Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова драйвер 51 Рус, Джанг, Иван 89 и Злой Слон. Это я, Павел Каблуков. Сегодня у нас на обзоре Кавс. Какой он? 685, да. Новая моделька наша. Дима переписал его. Сейчас будем тестить, что он там наделал. С Коляном и Пашей ему тут его добили. Сейчас будем дотестить, посмотрим, что у нас получилось. Ну, мой вклад невелик. Я так чуть-чуть немножко. Мы все понемножку, и получилось хорошо. Ну ладно, давайте, я запускаю. Поехали. Всем привет. Еще раз. Оп. Так. Я опять здесь. Так, я гружусь. Так, я сразу отъезжаю, а то опять улечу куда-нибудь в космос, блин. О, нормально. Колян, у тебя нормально все? Да, грузится еще пока. О, нет, я все равно на Урале, короче. Вот вы на Кавзах. А, не, у меня Кавз вот он рядом стоит. Это я туплю, короче, уже. Уже я затупил. Блин, она так что-то лагает изначально. Да, это в куче, потому что сейчас все. Так, так, так. Че, куда поедем? Поедем в гараж, поедем. Так, я одеваюсь. Канистры, маячки. Сейчас пора грузиться это все дело. В гараж, в гараж, в гараж. Ну давайте, можно каждый возьмем. Поэтому даже я по гаражам разъедемся. Бригаду не беру, возьмем маленькие прицепчики эти. Там как раз по одному очку. По одному очку. У каждого по одному очку. Это естественно. У каждого по одному. И все, и. Ой, и кто меня там таранит? Ванька. Походу делал я. Да у меня тормозит, я давно уже еду. А он у всех подлагивает сейчас более-менее, да, от гаража сейчас, откедет, сейчас. Начнется нормально. Мы просто немножко, но... Все, все, в путь. Я рассосал. О, а я что-то, короче, меня прицеп держит, я с места тронуться не могу. А это ты переедь, переедь с этого места. Переедь и в другом месте перецепись. У меня тоже такая фигня. Что-то Паша там вообще... Че, Паш, подняться не можешь? Не-не-не, все нормально. У меня Ваня, кстати, это черная текстура. Ну, в смысле, машину не вижу его. У меня не вижу. Не, я нормально вижу. Все. Близко пойду. Просто все еще. Я нормально вижу всех. Так, а что берем-то? Гаражная тележка. Поедем в гараж. Вон, Паша, перецепись там, отъедь по-другому. Встань ты просто рядом с машиной, и он, видишь, он не цепляет его. Сейчас Колян отъедет. Маленький. О, все, я отъехал потихо. Ох, я банду не посадил, надо было банду с собой взять, алкоголиков. И тунеядцев. Так ты тогда почти весь разгрузишь, как бы, гараж там. Да ничего страшного. Все с бандами, он его и Ваня посадил. Я даже банду посадил. Опа, Ваня тоже не может тронуться, да? Да. В другом месте отъедь, перецепись. Отцепи. О, все, я пошел. Отцепи его. И да, я отцепил его. Где мы вот цепляемся, тут подцепляйся. Ну блин, сколько мы народу-то сейчас повезем, парни. Тебя мы тут, ну. Ёпта, они. Сори. Сори, что-то выскочило у меня тут. Маленечко. Так. Так, ну все, парни, давайте конвой собираем. Давайте вперед, я пишу. Что-то прям так лагает, ребята, бещено просто. У меня бещено. Уже все нормально. А ты 3D Max-то вырубил у себя? А, нет, он у меня включен, я же ковырик, я его да не могу не выключить. Да, конечно, 3D Max, знаешь, сколько забирает? Надо 3D Max отрубить. Лаги, не, мы же предыдущие две игры играли, нормально же мы катали. Это лаги из интернета, пинг, видишь, у Колена пинг 283. 300. Кто-то забирает. У Димы тоже 300 пинг идет, 354 прыгает. Так это твой пинг в связь с ним. Это твой пинг. Во, понял. Подупал, смотри, там 150. Вот, видишь, 200. Мы рассасываем. Да, мы с гаража просто сейчас отъедем, оно нормально пойдет. Это, кстати, вот я заметил, постоянно такая ерунда. Независимо, дефолтная карта там или нет, и на какой машине. Когда народу много. Сервачок слабоват. Да, оно как-то там
вообще заваливает просто. Ну все, поехали. Поехали, да. Давайте мы ждем вас. Давай-ка, наверное, обгоняй меня. Хорошо. О, ходовочку ух поправили, ты. Вообще отлично. Бабах, ты мне прицеп-то снес. Эй, тихо-тихо-тихо. Колян всех тут протаранил. Да ладно, не всех, ну что еще. Паша-то не задел еще. До Паши не добрался. Мы по берегу поедем или как поедем? Да можно через грязь как бы. Давай через грязь, ладно. Надо было кому-то на Урал сесть. Да ладно, так пролезем, не переживай. Ваня, мы не ищем легких путей. Конечно. Это ж тест для автомобиля. Кто-то меня догнал там. Налево можно через горку. Только главное, чтобы потом там не перевернуться. Вы что пробки такие создаете, ребята? Ё-моё, как в Москве. Я сел. Правильно, да, вот тут, Колян, давай. Горку, давай, я сейчас подпихну сейчас тебя. Эх, на-ка. Получи. Полез, сразу полез. А кто меня толкнет? А вы там один в другого вошли уже. За дерево надо. Ну что там, Колян, на веревку? А лебедочкой, ага, лебедочкой приходится потишки. Да-да-да, давай сейчас. Опаньки. Все, я тоже что-то как-то маленечко подстал. Парам-пам-пам. Во дела. Вообще дела. Это просто видишь, сходу не дали нам тут проскочить, парни. Да, вот. Пробки, все, кто-то сейчас упадет. Подожди, я почти вылез. Да ёлы-палы. Что там, помочь? Вы меня просто кинули тут, короче, все. О, что, застрял? Я тут пропустил, короче, этот момент, сейчас я... Блин, а на маленьком прицепчике... заломался. На прицепчике-то на маленьком нету этой точки. Нету, да, точки зацепа. Вообще обалдеть. Засада. Сейчас я отцеплюсь. И да подъеду. Да ладно, ладно, я сейчас тут попробую, может, его расширить. Ты потом его зацепишь. Да, прицепы все нужны. А там на подножку. Так а что у нас бригада у всех? Они открывают 2 очка города. А, вот что. Так, сейчас меня Джанка скинет с дороги. Не скину, подожди, я сейчас в бугорочек залезу. Короче, я тут вообще как-то тут попаду. О, все, я назад вылез, слава богу. Вылез? Да, вылез, спокойно. О, я думаю, что я не еду, я на повышенной торчу. Паша самый хитрый уехал. Ты, Паша, Диме, ты рассказал, как мы вчера курить-то ходили? Нет, не рассказывал. Блин, да что ты будешь делать-то у меня вообще тут? Вы меня все тут оставили. Коля, он лезет к тебе. Нравится. Да я уже в грязь сюда залажу, походу Коляну сейчас приеду. Ай-яй-яй-яй, чуть не завалился. Не бойся, Колян, я тут тоже недалеко. Там у тебя пассажиры-то живые? Да вроде пока, да. Не пахнет, жалуются, говорят, укачивает. Что-то я, походу, на днищем что-то зацепил. О! Опа! Поехал. Подожди! Ваня, меня маленечко подтяни. Ты все, ты в игре нормально все? Я играю, я за Уралом поехал. Я думал, куда ты пропал. На всякий случай. Все, Колян, все. Спасибо. Да не за что. Зацепишь эту тележку свою? Так вот, походу, нет. Так давай я тебя подтяну, может, назад. Блин, тележка. Да давай попробуй меня назад поддернуть, я тележку заберу. Давай. Колян, а ты отклонил, да, этот привет на точку? Лебедку? Да. Да, ага. Я думаю, что не достает? Еще чуть-чуть. Оп, подожди, сейчас попробую. Эх, мне бы зад бы как бы подзадрать бы. Сейчас Ваня, надо было ему. Во, что-то рядом. О, есть контакт. Все, нормулич. Все? Да. Так, пониже мы и поехали. Да мы без Урала проедем. Конечно, нафиг нам Урал. Мы сейчас только что на штуке катались на этих кавзах. Но... Еще и на ходове, на мягкой. На... Ну да. На качелях вот такие, раскачивали их. Что-то все, блин, там. Ща что-нибудь
Вылезем. Во-во-во, что-то вроде пошло что-то. Не-не-не, ребят, я справлюсь. Нормально. Заломило просто раму. Машинку заломило. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пошел, родной, вообще красавчик. Я в тени сомневался. Я знал, что модель хорошая. Давай. Дим, ты там как, что, лезешь? А я там я тут после вас кашу собираю. Эх, на задней же. А я и забыл, что на задней нет уже точки лебедки-то, ну да, вот тоже ничего не привинтили-то, е-мое, да? Вообще прям проблематично. Сейчас телегу попробую вот здесь поставить аккуратненько. Ну я вам скажу, что автобус пободрее. Скачет. Нормально тут на понижайке кое-как по этим грязюкам выползаю, прикинь. Не, он лезет нормально, он на лезет? Понижайке. Он вылез уже, Колян. А, я тут, на, короче, пах. Я тут уже устроил, не понять, чё. Чё тут опять за экстрим? Да я думал тебе помочь. А? Начал разворачиваться, а не тут-то было. Сейчас я ворон разгоню. Всё, нормулич. Кто там сигналит? Тот, кому там в пробке стоять надоело. Проверяем гудки, пыль сдуваем с гудков. Тоже дело. Так. Вороном страх нагоняем. Все. Ой. Коробка же. Все, поехали. Все, я тоже на автомате. Все, поехали. Ну, блин. Прямо едем. Сейчас мы. Да. Налево там. Налево. Через реку. А, так знаете как, вы сейчас поедете, двое поедут один гараж открывать, двое другой можно открыть, например. Да, кстати, можно разделиться. А куда ты, Вань, поехал? Я вас пропускаю, потом за кем-нибудь поеду. А потом за кем-нибудь поеду. Тогда отъезжай дальше. Проедь еще вперед. Кто в какой гараж поедет? Да я не знаю, смотрите сами. Можно. Поехали. Поехали все в один гараж. Ну давай, Колян, мы с тобой в дальний. Давай в дальний тогда. Мы, ага, в дальний, а вы тогда на горку. Забирать это Ваню или как? Или давай мы поехали, а вы тут с Ванькой тут сзади. Ну пока сюда же все едем. Да. Эх. Ну что ты там скачешь? Эх, проскочу. Ух, все равно. Ванька, и что, Дима, лучше как подвеска работает? А я намного сзади, я больше стою пока что, поэтому я еще не ощутил его сильно. Не, ходовочка вообще бодренько работает. Ох! Что такое? Кто там чуть куда убрался? Стартану. Ванька, ты что там? Я застрял. А что молчишь? Да я пытался за Пашей ехать, да сейчас я вылезу где-нибудь. Паша, ты далеко уехал? Нет, я здесь, я тут маленько в кювет свернул. Ну что, тебе помочь? Заберешь тогда, давай мы тогда... Вылазил. Паша... Чего заберу? Ой, я уже тоже засадил. Ё-моё. Чего, Диман, заберу, говоришь? Заберешь Ваньку, а мы с Коляном тогда попёрли туда вперед. Вам все равно ближе получается. Так вам всем сюда, по идее-то, надо ехать. Так мы-то просто поедем дальше, поэтому мы убежим сейчас. А вон, вы сначала доедьте до сюда. Убегут они. А, вот, это Колян стоит. Да, Ваня, да. Ваня, ну что там у тебя? Так я еду. Да что-то как-то не видно. Давай я в стороночку встану, пропущу тебя. Давай поехали, тогда Паша подождет его, а мы с тобой попьем. Давай. Поедем. Сейчас я, короче, в сторону тогда отъеду. Колян, давай, газуй. Переправляться будем, знаешь, где вот там, бери сразу полевее, там напротив елка есть. Ну давай я за тобой. Далеко от меня. Я вот вправо встану, здесь пережмусь, пропущу тебя. А, ну да. Блин, чуть в сосну не вошел, е-мое. Короче, ты там что, проехал, нет? Буксуем. Опа! Игает Дима как решительно. И все, я вижу, сейчас тут зацепился и сейчас перелезу и
можно потом тебя будет перед. Маша, подите меня, дерни. Что-то мне что-то пишет. Это я, опять мне тут пишут, я, короче, отвечаю. И опять не посмотрел, что не отключил твой диалог с тобой. Мне там уже кто-то там что-то заслал. Да у меня тут это УАЗик дружок, короче, в стиме нарисовался. Ну вот он меня это мучает вопросами потихонечку, короче, помаленечку. Все, я вылез. Тебя, а блин, шнурка-то нету. Шнурка-то нету. А ты достанешь, конечно, до дерева, нет? Да, достаю. Там камень, нормально. Вот единственное, камень вот неудобно лежит, вот и здоровый. Сейчас вылезем. Давай, родной, поехали, ну что ты? Заперёд, хватани меня, и всё. Заперётся. Взял? Да. Хватани его заперёд. Ой! Чё такое? Да я тут как-то погорячился, спустился в грязь. Еду, газую. Сейчас пониженную. Походу придётся, наверное, меня тут сейчас дёргать. Я вылез. Вот давай, влево. Я уже сам сел. Сам сел, что ли? Да. Подожди. Это... Наверное, проедь еще немножко, я тебя сейчас за передний клык зацеплю. Достанешь? Да, достаю, во, все нормально. Мне главное с грязи тут вылезти. Оп, пошел, подожди. А я в твой прицеп, наверное, уперся. Давай я тебя отпущу сейчас. Давай, попробуй, я сейчас прицеп попробуй, беру. Поднимись туда. Куда я конкретно сел? Ну что же вы там, ребята, так неаккуратно. Паша, ты как там? Да я-то выбираюсь потихоньку. А сзади че, у автобуса нет, идет? Есть, это нету на этом. Есть, нету на этом. На прицепике нет. Так, прицепик, ножка не встала полностью, опачки, отцепиться. Так, сейчас я перееду. Да. Кстати, ножка опять не распрямляется. Тяжко без, не знаю, у меня распрямляется нормально. Тяжко без полного привода, конечно. Ой, у меня тележка поехала, да. Куда-то моя непонятно. О, она тут вообще на меня встала просто. Это тележка, ёлы палые. Ничего страшного. Да, подвесочка вообще классно работает. Ну, принять. Да, все, погнали. Паша, я вылез. Давай лебёдку, блин. У Вани столько радости. Все, я тоже... Так я вылез, Паша подъехал. Все, тоже я... Пошёл. Проезжай, я сейчас перецеплюсь, подъеду. Ага, давай. Все, отличненько. Как я прицепал, вон. Все, вот, я даже на автомат перещелкнулся, на понижечке тут шел. А ты сможешь там его зацепить-то? Я сейчас что-нибудь придумаю. А там нету вот точки вот этой зацепа, лебедкой его, а не подтянуть? Не знаю, кстати. На каких-то прицепах, я помню, было такое. Прям задышло его хватаешь, как бы, за это. Ну, я вот на своих, которые на УАЗика делал, на всех прописывал. Ага. По пару точек, чтобы было. Так, функции... Ага, есть. Нету. Ваня, что ты не нету? Еду. Сейчас буду его сбивать. Я на пониженной. Уронить его, но... Блин, а он что-то как-то и стоит, по-моему. Вообще, он прям закапывается просто, короче. Сейчас он так давай я на асфальте сейчас отцеплю свою тележку. Приеду. О, нифига, вы до сих пор тут, что ли? Ну да, мы тут воюем. Мы не ищем легких путей. Я у меня прицеп на попа встал, короче, и стоит, ничего не хочет, никуда не хочет ехать. Цепил, все, я лечу практически. Лечу с бригадой пацанов. Ништяк, они помогут по-любому толкнуть. Ну да. Да, только почему-то не помогают. Прицеп с попа не переворачивается, стоит, прикинь. Прям вот центр тяжести беспонтовый прям. Жалко, что я его не могу. Да, это печально. Я вижу, что через него. Ой-ой-ой, не завались. Вообще. Как тут вообще проезжаете?
А там за вторую елочку перецепись и нормально будет. Че, я зря в середину залез? Ну конечно. Ваня по центру, что ли, треснул, да? Ну да, вон он, смотри, поеду. Все, Паша там отцепляй свой тоже. Ну короче, я свой прицеп брошу, сейчас я Паша по Васе. Пиздец, всех перебрал. Извините за мой французский. Да, вылетело, ну. Ну, бывает. Поставим плюс. А я даже подъехать, короче, не подъеду на перед, без передка. Че, давай я тебя дерну назад. Не, назад я вот в эту, за елочку зацепился, я вылез. Я вот прицеп, короче, свой мучаю, все, он никак, вот прицеп газоновский. Нервоз, а не прицеп. Да ёб твою бога душу, как ты мне вообще дорог, а? Блин, далеко. Я это, мальчишке трансляцию разрешил, короче, посмотреть. Там... У меня пассажиры бесстрашные, ничего не боятся. Да у меня вот тоже бесстрашные, не хотят вылазить, помогать. Чё-то там не победил его никак, а отсюда, если с разгону вставить ему? А хоть куда его, короче, вставляя ему это, по барабану. Это грязь, наверное. Вообще. Паша, все это перевернул. Да нет, это да видимо, потому быстрее. Что ножка. Так я еду. Ножка включилась, а у ножки идет свой центр тяжести, как бы. И, видимо, он просто на попа уже встал, и ничего с ним, видимо, не сделаешь. Ой-ё. Давай. Я уже на пониженной две палочки. И точек зацепа у него нету. Подонка. Да и бросай его тогда, поехали без него. Поехали так, без него. Мы и так его откроем, да, если что, ты меня на хвоста возьмешь. Ну да, будет попроще, давай тогда сейчас. Нафиг, я тоже, короче, прицеп бросаю. Он меня достал реально. Надо на нем этом. А, его же не подкорректируешь, он же игровой. Он потом будет мешать, как бы. Не, его можно отдельно выдернуть, как бы. Но тоже смысл. Газуй вперед тогда, я за тобой. Хорошо. Опа. Ваня, давай вылазить. Там да. Колясика попал. Все, поехали. О, я прицеп потерял. Да все бросаю. А потом как все побросали? Как потом там переезжать там будем с телегами? Мы там прицепов понакидали. Дима там один, короче, остался с прицепом, да? Да, я один, по-честному сейчас довезу его. Так, я точечку открою, сверну. Блин, ну чё, я тоже возьму тогда. Мне как-то стрёмно. Не, я свой честно боролся, пытался забрать, но не получилось. Сейчас сходу на мост я тут прямо, ух. Не, я забирать не буду, потому что он не валит. Блядь, проскочил вообще на ура. По мосту? Да. Сейчас я попробую, что у меня из этого получится. Да нормально уже. Ах! Нормально! Чуть-чуть. Ух, ух! Ух, я ухожу! Нормально. Я вырулю. О, я на свальке, ура! Ну все, погнали. А то им тут пили дальше. Им тут до гаража-то немножко осталось. Дамчим. Да, подвесочка Паш, получше стала, как? Да? Да, подвесочка, ага, отличненько. Нормальненько так вообще. Тут видишь, даже я бригада тут вес имеет, то есть как бы я и бригаду провесил. А, ну уже да, поудачнее как бы. Как бы бригада, она получается там тоже 800 или 1000 весит, короче, килограмм. О, автобус дрифтует. 1000 килограмм. Ну еще как. Ох ты! Прикинь, если видос прокатит нормально, потом посмотреть будет. Ты там, блин, вошел красиво. Чуть не положил просто. Я Пашу потерял. Да я вот он. Тебя выдернуть? Да не, я, наверное, сам вылезу. Давай я тебя вытащу, если что, лебедку сейчас может быть. На дорогу. Да пока лезу. Ум. Или все. А, надо же пониженную включать же, что да же. Давайте иногда. Морду вытащу, а ты дальше пойдешь вперед нормально. А я пойду, сейчас я. Ну, я тут на нем лазил, он один сам спокойно. Нормально, полезет. Сейчас вот чик-чик-чик, перевалюсь только чуть-чуть.
Нифига, какой он мягкий. Да это он еще не мягкий. Ваня, ты о ком? О чем? О автобусе. Какой он мягкий. Ты чем там занимаешься вообще? Пытаюсь Пашу догнать, как он тут прыгает. Ну, пониже, наверное. Иду потихо. Я на автомате, нормально. Он тут и на автомате пойдет. Я на всякий случай, хотя, в принципе, вообще прямо из водички, да, вылазит на автомате, не это, не напрягается. Он и тут нормально идет, как бы. Я левее только надо брать, наверное, там. Через камушки. Так как-то их. Выйти подтолкнуть, что ли? Вот ребята сидят, не помогают. Высадить их на. Я в тебя вставился. Стой, Ваня, стой. Меня вот этот молодой человек уже убивает. Давай, ты, ты карты, говорит, умеешь ставить. Скажу, ставить умею, но не скажу. Сейчас я приторможусь, отпишусь, напишу, что нет, что не умею. Да ладно, я погнал в гараж. Интересно, автобус в какую войну перешел? Что он такой мятый в дырках? Да, автобус вообще... Реальная Саудепия. Кстати, такому автобусу стоит в городе Кингисеппе в Ленинградской области памятник. Я вот потом выложу в группу. Давай! Давай, вперед! Вперед, Колян! Едем. Как-то я с прицепом даже быстрее еду. Вес он может мне там добавлять на этот. Ну ось. Да, назад, наверное, на заднюю ось это больше веса. Странно, а почему я у тебя в автобусе вижу руль с правой стороны? Не знаю, с левой он у меня. И я у тебя с правой вижу. И то даже не с правой, а где-то посередине. Да он как-то да. И как раз в лобовухе этот разделитель где-то. Идет. Странно. Хотя у меня так вообще все отлично, нормально стоит. Ну вот, я тоже у себя смотрю нормально. Мы доехали, ребята, мы доехали. Вы красавцы, мы тоже почти доехали. Тут осталось последний брод. Я вон Колян тут подпихиваю сзади. Подпихивает, но... Что, начинается самая интересная часть? Че, едешь? Да, выдерну. Да. Да я говорю, он тут спокойный. О, все, я приехал. Вау, подожди, сейчас. Колян. Сейчас. Колян. Сейчас. Все пропало. Еду. Не брони меня только, не брони. Не, я аккуратненько. Вот, цепляй меня сейчас. За верхний клык. Оп, стоять. Я высадил этих. Не помощников. Давай, я что-то подгазану маленько. Все, наверное, отпускай. Или полез. Вау. О, давай. Ты что, Паша, будешь лес возить? Конечно. Ты думаешь, для чего мы их взяли сейчас? Для чего мы игру-то вообще начали, да? Конечно. Мы сейчас не шутя, по прицепу и поедем. Что, застрял, Дим? Да, встал. Наверное, сейчас вылезу. Поднимайся, ну зацепишь меня. Вы с того гаража поедете или здесь восстановитесь? Паша. Ну, с этого, наверное, я не знаю. Да, наверное, с этого и поедем уже, чё, в обраточку. Чё, Вань? Потихонечку. Слушайте, а вот это что такое? Он чё возит? Логс. Короче, удлинённый распуск. Он будет брёвна возить? А ты не пробовал русский язык ставить? Это написано лонг, лог. Всё, у нас ДТП. Будет, конечно. Так, сейчас я опять оттуда заеду. Да. Что-то я не под тем углом, короче, подъехал. Жестко ты меня завалил. Я не специально. Ну, это понятно. А хотя, может, очень даже и специально. Да-да-да. Я не знаю, я не задумывался. Тоже такое может быть. Так, ну-ка, стоп. Давай. Всё, ДТП. У нас жестяк тут, короче. Все пропало. Подожди, сейчас перееду. Парни так и лежат нам в автобусе. Хоть бы вышли, помогли. Покурить? Да, или покурить.
Ну-ка, отцепить прицеп, может, мне. Ладно, давай, я сначала попробуем поднять его. Прицеп мешает, подожди. Ой, вообще я тебя на крышу, походу, ложу, да? Надо прицеп, дай я прицеп отцеплю. Угу. Ну-ка. Все. О. Смотри, я как без него вообще клево стало. Я даже завелся. Ну-ка, подожди, а я не достану до этого? Чё, до Паш, дерева? Стоишь? Я не достаю. Наверное, знаешь, что сделай, Колян? Подъедь вот с брюха с моего подъедь. Там, где прицеп вот у меня валяется, туда подъезжай. Понял, сейчас. Подъезжай, сейчас прям. Да мог бы не разворачиваться, дороги, я бы за зад бы зацепился просто. Паш. Да? Поехали к ним на заправку. Давай. А где они? Вот так, стой. И би. Стой, и вот так вот. Вот так за вот зад меня. Или за перед? Все, вот принимай. Ага. Все, поехали. Поехали. Давай. Разворачиваться надо. Да, я разворачиваюсь. Эх, все, нормуль. Ты там на прицепе на своем подвис, да, немножко? Да все вроде нормально, отскочил там, да? Да, все. Кто тут придумал столбы вставить? Тебе сказать? В группе почитай, там видюха есть. А, да, кстати, в группе. Про этого человека. Про них всех. Так, вот интересно, а прицеп-то я, наверное, не подцеплю, да, он у меня лежит сверху колесами. Да не, вот ты-то его зацепишь, это я вот свой, он у меня на попке стоял, не получилось у меня его зацепить. Попробую. А хотя... Ох, где? Ой. Есть! Сейчас. Все-таки не надо его цеплять, я чувствую, блин. Вот это кино, вот это... Паша, цепляй этот прицеп, там гараж же, там прицепим прицепа. Я с прицепом поеду. Так у меня в столбе прицеп. В столбе? Ну ладно, пусть у тебя там будет прицеп. Че, у меня там бьешь с прицепом? Вообще жесть. Ладно, я да, тоже у нас тут с Димой вообще карусели конкретные. Война у нас тут. Грязевые ванны. Вот давай, должен подняться. Давай. Все поднял. Вообще на. Блин, у меня вообще. Ай! Вообще пипец полный тут у меня. Я уже вот такую кашу развозил, мама, не горюй. Так, ладно, сейчас попробуем. А где они есть? Вылезешь сам. Да-да-да, вот я там сейчас. А ты куда, Вань, поехал? Блин, я проехал. Да. Я заметил. Стой там у поворота, чтобы я опять не проехал. Помигай ему фарами. Дальним светом. Как вы тут лезли вообще, кошмар. Вообще как делать нечего. Че ты, Дим, застрял? Да я все пытаюсь как бы с этим прицепом так. Ну я разгрузился, сейчас подъеду. Как-то меня жаба душит его тут оставлять. Попробуй. Только тянул. Да не говори, прям в самом конце ушатал его. Я попробую, ох, может, ты. Попробую поставить, если он будет ставиться. Нет, так тоже кину в лужу этой. Сейчас морду его попихаю. Ну кто же, блин, что-то с ним. Паш, ты на пониженной, что ли, здесь? Ну, я, да, на первый еду. Надо, может, просто это, что-нибудь замутить, сделать пару прицепов на него. Вот, смотри, я тут. Опаньки. Опа. Почти. Чуть-чуть. Не говори, блин, я его почти поднял, вот это зараза. Вот оп, и он вижу. Все, и он провалился туда опять, в эту яму там непонятную. Давай, ну поднимись ты, ёшкин, маткарюшкин. Еще толкай его. Да толкай. Нет, что-то разворачивается. Зай, давай попозже. Попробую, Паш, далеко может ехал. Отсюда сейчас пихнуть. Ну да, прилично еду. Все вижу. Я даже останавливаться боюсь. Не останавливайся, я остановился и все. Да блин, ну чё за прицеп-то? Ты меня уже утомил просто. Уже урона прилетело. Да что ты вообще какой-то... Вообще у меня сейчас... О, кто-то там, я мигалки какие-то вижу.
А, вон ребята едут. Помощь нужна? Сейчас, сейчас будет нужна. Сейчас я попробую прицеп еще раз прицепить. И тогда будет нужна помощь. Будете меня из леса доставать откуда-нибудь. Ой, я смотри, как его сейчас там корячу. Фига он прет по грязи, неплохо. Он едет, ну лезет. Да блин, меня этот прицеп уже уморил. Я его, заразу, вот ради принципа достану. Ваня, ты где потерялся? Я ковыряюсь в грязи, в воде, в луже. Чё, застрял, в смысле? Да, и жестоко. Ну, ребят, я поехал, тогда Ваню помогу. Давай. Вы тут пока это, воюйте с прицепом. Да ты я посмотри, какой упёртый прицеп. Я понял одно, главное не останавливаться. Да ладно, чё ты сразу не останавливаться. Просто надо пониженную ему вовремя включать, хотя я не знаю, на автомате он, мы тут лезем как бы нормально. Ну да, мы тут копаемся от души. Так, ну что, тут у меня кто-то остался еще, да? Да. Да-да-да, у тебя там Паша остался в помощь. Сейчас, Паша, подожди, я только вылезу. Ух, а что у тебя прицеп четко их ногами? Да, как ты думал? Так задумано? Подожди, он сейчас зацепится, а не рядышком лежать. Так задумал? Думаешь, все просто так? Нет. Все, Ваня, я мчусь, я тут уже недалеко, мигалки твои вон вижу. Паша, а ты-то где? Вытащи меня сюда вперед. Сейчас. А то я тут, походу, приехал. О, мигалки появились. Вот что в натуре фары, да не сделать, чтоб видно было. Ну. Паша! Чего вы там? Паша, зацепляй меня, проезжай вперед. Оп-оп-оп-оп. Оп, он тянет, как не валяшка. Давай. Все, давай. Едь вперед. Надо было так с лебедкой ехать. Ну давай так поедем. О, и вот так вот полевее ты бери и потащит у меня. Полевее. Опа. Все, пошел вроде. Ты застрял, что ли там? Ну да, немножечко есть такое дело. Ты правее, бери. Сейчас, куда? Смотри, сейчас я тебя засажу туда. Что-то там конкретно увез. Да что-то да, как-то есть такое дело. Вот, вроде что-то там происходит. Во-во-во, все, вышел. Нормально. Отцепляйся. Сейчас у меня тут есть одно дело. Незаконченное. Я его все равно что-то с ним сделаю, наверное. Что, ты все с прицепом воюешь? Да. Наши не сдаются. Блин, вот прицеп такой тоже. Эй, Паша! Что, все, вылез? Нет, да. Опять я тут завалился. Стой! На бачок я развернул. Поехали их вытаскивать. Побои там сядут. Ты вылез? Да не, оба там не сяду, да, нормально, я тут потихой на пониженной кручусь. Я тоже на пониженную. Сейчас развернусь. Да мне так только развернуться. Паша, назад едь. Все, ребят, мы едем вам на помощь. Давайте. Рядышком сесть. Не. Там нормальная дорога, не сядем. Не переживай. Ладно, Паша, готовься, сейчас будет кино. Подожди, да я отъеду. Стой, ты лучше близко не подъезжай, а то сейчас тебя вместе со мной как шандарах. Ты вот так зацепить хочешь? Да я его, да, боком цеплял, как улетел с ним. Че, опять сел, Вань? Да, ты видишь, морду тонула. О, давай, почти встал. Да. Почти на колеса. Я вылез. Это сейчас будет такой же вариант, как у Коляна было. С прицепом, да, что, на попа собирается вставать? Уже морда уже почти дышла вверху. Эй! Да, я тут, видишь, у меня автобус весь раздолбанный, пипец. Коля, далеко не убегай, на всякий случай. Хорошо. Что ты вот я тут кашу-то разместил. Не, я лезу потихонечку. Давай, Диман, почти. Да, почти, да, только я уже сам, походу, застрял. Так, ну-ка, попробую сейчас этот на лебедку.
за дерево. И этот прицеп еще с собой. Да я вылез, Коль, все, я вылез. Нет, не вылез. Ну, ты гляди, сейчас, он подожди, точно подожди. У него что-то с этим, с центром тяжести. Да блин, этот прицеп меня убил. У него там идет две кости в прописке, по идее. И, видимо, ну, во второй, вторая тоже влияет. Во второй массе, видимо, прописано. Паша, ты сзади, что ли, меня попадает? Да. А, Коля. О, что, опять сел? Я не сел, я лег. О, ДТП. Но я еще на колесах. Ну, понял, сейчас. Еще заведенный. Сейчас что-нибудь придумаю. Давайте кто-нибудь толкайте меня, я буду Дима толкать. Сейчас подождите, Ваньку подыму. Да я все от Димы взял, привычку костюм. Поставил? Да! Жесть! Красавчик. Наши не сдаются. Блин, ну тут вообще такая каша просто. Я не знаю. Супер. Чё? Накопало души. Не всё, едет, парни, да? Я с прицепом. Красавчик. Стой. Всё, отлично. Опа. Так, подожди, Паша. Дай мне открыть гараж. Да. Я не зря его подожди. Ты меня положил. Я сейчас, короче, уже у меня уже. Я заведенный кончится. Паша. Да я понял. У меня с горючкой проблемы. Так он. У меня еще немножко есть. Ну, у меня тоже 80 литров, с учетом того, что он нюхает, как бы этого хватит. Я должен пробуй потихо вперед вылезть. Так я на пониженный и так еду. Колеса выверни. Во. Блин, лягушки так плакают. Забавно. В болотине. Да тоже вот нашли. Кто-то у меня вообще не едет. Да я походу тоже сел. Сейчас попробую дернуться. О, ребят, я походу Ваню дергал и сам засел тут, короче. Сейчас я к вам приеду. Я уже вылез, сейчас его дерну. О, а я тут нашел за что зацепиться, короче. Пошел? Сейчас попробуем. Где я держу лебедку кинул? Слушай, ну он прилично вообще лазит по грязи. Он лезет, да, так бодренько. А, вообще бодренько. Я не знаю, цепки поставить. С цепками-то он получше, да, вроде копает. Так я-то с цепками и езжу. Да и Паша был с цепками. Я без цепков, я на стандарте ехал на автобус. А, ты на стандарте вообще? Да, я был на стандарте. Я единственный, кто довез, по-моему, гараж. Я довез. Так, довез? Да, я тоже довез. Ох, у меня тут каша, просто пипец. Ох, как лягушки. Лягушки тут клокочут, прикольно, да? Так, где заправка здесь? А, нам... вижу заправку. Да нам как бы заправка, я думаю, с таким расходом, так она и как... Да не, у меня осталось 80 литров. Да, я поеду канистры-то заправлю. Там же можно сумку заправить. У меня тоже канистры есть. Я поехал, канистры возьму. Если что, и подгрузить можно кого-то, подзаправить. А у кого же канистры есть? У меня. Я сейчас. Ну, тут рядом гараж, мы сейчас только что взяли. Я понял, нет, еще по канистры, только у меня и у тебя канистра. Всех. Сейчас все возьмут. Я сейчас возьму. Все будут с канистрами. У меня вон мужик аж 5 штук не хватал. Запасся. Ну да, тут канистра по 20 литров. И 5 как раз выходит. Сейчас, Паша, подожди, назад. Так, а чё, прицепы берём-то, нет? Да. Так. Я смогу тут через лес-то как-нибудь до гаража добраться, нет? Нет, тут вообще нет. Не вариант. Слушай, ну прикольный кавс, вообще мне нравится. Да вообще супер. Меня так тоже так он веселит. Такой супер. Интересно, если сюда тапки поставить, там... большие, как да, он смотреться ну, будет. Вань, нафига, ну это реально машина. Вон уже, смотри, Колян уже с прицепом шпилит. А чувату катать? О, а чё, там сейчас... же есть другой гараж там наверху. Есть, да. Вообще, я, знаете что, поехали без прицепов, наверное, через... Поехали, да, через до того, первый да. гараж, как бы, да. Или...
Или что, или как? Там зацепим прицепы, нам как раз к лесоповалу. Колян, если что, ты поедешь с прицепом, давай я тебя это самое. Да, я поеду с прицепом, если что, просто страхуйте кто-нибудь. Давай я с тобой пойду, давай. Я сейчас на заправочку еще заскочу. Так давай я тебя залью. Я заправил. А я не, у меня канистры, я канистры взял тоже это. Или что? В принципе, хватит же топлива-то, он-то так-то нюхает, по идее. Давай я тебе сейчас плюхну. У меня сотка есть. Не, ну я застрял, у меня 192 литра, у меня почти пару соток. А у меня полный бак и сотка с собой. А я сейчас на заправку зарулю. У меня сотка есть. Так ты проехал заправку. Так я отсюда сейчас наверну. Ну давай. Ну подождите, парни, нас, давайте я пока сбегаю покурю. Так я тоже пошел сбегаю покурю. Давай, я тоже пошел тогда. Давай, Колян, ты тоже заправься, да покури тогда. Ну да, видео-то на паузу поставь только. А, да. Оля, возле заправки не кури. Все, парни. Все, вы уехали уже? Стоим, ждем тебя. Стоим, тебя ждем, пока ты запись включишь. А я кафан, все, включил запись. Кафан замутил. Все, погнали. Там еды жена вкусную наготовила, а я, блин, тут все на каузе еду. Колян тяжело пошел. Да, что-то тут вот мягенько сильно. Эх! Ух, как я тут проскочил между вами. А, че бьется? А это Ваня, я думал, это Паша. Паша спереди, как всегда. Я вообще повышенно ему врубил, он прыгал. Так мы вчера Дим пониженный поставили с Пашей. И машины сами поехали. А мы пока курить ходили. Уехали, что ли? Да. Да ладно. Коль, толкни сзади, сможешь? А я сейчас лебедочкой тебя объеду, потихо лебедочкой дерну. Так давай я потяну, если что. Я все равно пустой. Нормально, вот он вот по этой дороге вообще нормально пилит, да? Вообще нормально идет. Я говорю, это он в грязи. Что вы там дернитесь? Да, все я. Да, он успел. Да, это вот просто на предыдущей карте грязь сильно жесткая, как бы. Я тут уже скринов пачку понаделал, ё-моё. Ай, из салона надо шпохнуть. Всё, я тебя снял. Колян, я тебя снял из салона. Эх. Да не, по этой дороге он ещё нормально шпилит. Да что я там, на автомате через, лезу, через, прям через не напрягаясь. Через опять маханем, да? Ну да, по старой схеме. О, Ванька, ты что опять встал? Ваня скрины, наверное, лепит там, нет? Нет. Ну все, я попёр. Влазил. О. Че, сел? Я, да, выезжай туда на асфальт. Блин, надо развернуться мне. Тебе лебедку дать? Да. Принимай. Да кто там сейчас? Я ловлю момент. Ну где? Во. Давай, погнали. Чувак сидит ногами, там дрыгает. Ты вылез? Нормально, да, все. Паша что-то не в ту сторону поехал. Я на разворот иду. А, ты тоже с прицепом, что ли? Да. Давайте, я за Коляном погнал. Где там все? Надо всех немножко заснять. Я тут прижмусь, короче, чуть-чуть. Подожду пока, ребята, что? Где гараж вообще у нас? Так нам не гараж, нам пилорама нужна. Не, ребятам-то да. Нам-то да. Лесоповал нужен? Пашки нет, так. Пашка где-то потерялся. Я тут разворачиваюсь, блин, не могу развернуться. Сейчас я встану, парни. Чё, там есть кто Паше помочь рядышком? Паша, ты там застрял? Да я чё? Вроде... Не, вроде выгреб. Да, так. Всё, выше. А чё-то я тебя не вижу. А, вот есть. Вижу.
Все, погнали. Обгоняй меня, обойдешь тут? Давайте, да. Парни, попилили. Пилили. Нам туда опять через мост. Ваня прицеп. Ваня прицеп свой забирает. Прицепы собираешь, что ли? Но. Да не могу, он тебя покатился. Он тебя укатился. Так, короче, потом возьму. Все равно через гараж пойдем, там можно новый взять. Да? Поехали. Целый, без царапин, конечно, свежепокрашенный. Ой-ой-ой, меня, короче, занесло, я тут в мост въехал чуть-чуть немножко. Что-то я Пашу не вижу. Он впереди. Прыгает он так прикольно на кочках. Да вообще нормально. Мягонько так прям тун-тун-тун. Надо, знаете, еще что, вот когда вот масло с них бежит, когда машина сильно разбита, надо точку маленько назад сдвинуть, тут же прописка с краза идет. И оно получается, да. Там под мотором бежит все. Так, парни, нам не налево тут. А что, я проехал, да? Да вы что-то все проехали. О, Паша там вообще дрифтит с прицепом. Да он по тискам, наверное, тормознул там. Так. Да, мы проехали. Эх, надо вертеться. Да вы поотцепили бы их, да и все. В сторону куда-нибудь. Да ну, уже все уже. Вы решили, как я? Да. Уже взялся, надо тянуть. Все, Колян там встрял, походу. Не, я сейчас вылезу, я сейчас прицеп только поправлю. Уткнулся. А у меня прицеп просто чуть-чуть завернулся. Я тут на камушки залез. Опа! Ой, опа! Ой, ой. Опачки! Опа! Оп. Все, теперь спасайте меня, короче. Я наблюдал это все за тобой. Ложил его на бок. Ну, Паша, отходи, я без этого. Чтобы не помять. Сейчас его папа запилит, зацеплю. Подожди, я уже зацеплю. Ты за что ему зацепил? Вообще нормально сейчас. Во-во-во-во-во, и назад. О, спасибо. Назад его вытащим на дорогу. Сейчас. А ты не давай еще раз поднимай. Прицеп прям тяни, да, вот так вот его вытаскивай. А ты прямо тогда вставай. Давай, поехали тогда прямо, проедем там как. А, там есть место. Есть место, да, сейчас проедем, давайте. Так, сейчас не надо отъехать. Че, вот в гараж-то едете? Вас у речки ждать? Не, поехали с нами уже, Ваня. Разворачивайся, Ваня. Ой, я раздолбил весь автобус, короче. Вот черт. Че, показывайте, кто там дорогу знает. А вот здесь налево надо было, а? А там куда мы приедем-то налево? Как раз вот куда. Нам надо через кусты там ломиться, мы как раз с заправки и выйдем. Вот мы здесь и выйдем на заправку. Где? Не тут же, по-моему. Тут. Ну, карту посмотри. Че, разворачиваемся? Смотри, где заправка, то есть, где мы. И вот островок вот этот посередине этот. А, который мы переезжали там, да? Да. Тогда дайте я без прицепа первый туда ломану. Колян, тебя дернуть? Я сейчас что-нибудь попробую. А вообще, да, потому что не за что зацепиться. Сейчас надо налево и налево в кусты туда. Ух. О, спасибо, вылез. Направо будет в кусты. Сейчас налево и направо в кусты. Так, а где там Ваня потерялся? Еду. Налево. Блин, тут камни эти вообще. У меня жопа. Пихнешь меня, Колян? Кто-нибудь взад меня дайте. А я уперся в камушек. Да я тоже повис на камне. До дерева дотянешься? Я да. Я дотянусь. Я уже все. Блин, эти камни, конечно, тут ни туда, ни сюда. Ай. Вот, все, есть контакт. Да, конечно, мы с Коляном по хардкору, с прицепами.
Что там, видите, куда по кустам-то ломанулся? Не, не видим, я еще пока здесь, короче. Вау, тихо. Между мостов. Ваня, ты-то где? Пару камней. А вот Ваня прилетел с мигалками, смотрю. Ваня, ты пустой или тоже прицепом? Нет, пустой. Пустой. Ну, давай тоже вперед тишины, наверное. Видишь меня тут? Нет, не вижу. Вот я едь за мной, поехал. За мной, едь. Так за кем ехать? Да мы все. А мы-то друг за другом. Это друг за другом, но. Он красиво боком едет. Паш, ты как? Когда в колью попадает, ну да, прикольно. Все, я нормально, я тут грибу. Хотя в горочку не могу, что-то я. Я в холин прицеп ехал. Не торопись-ка. Да. Здравствуй, олимпийка. Это этот Рева тут загнул, как-то тут было. Шла эта дискотека. Ой, нифига, уже перелезли. Это да. Я скачунить хотел, что-то я. Блин, надо, подождите, кто там сзади? Колян, ты? Я там, ага. Не-не-не, тут надо было по реке, вот по ручью, поэтому туда уехать. Да, все понял. Сейчас, подожди, я перецеплюсь тоже на дерево, сейчас на тяну. Опа. Ёлы-пал, где за кого? А чё за ёлочку, не? А я дальше пойду, деревце. Ага. О, всё нормально, я пошёл. Пошёл и вышел, как бы, о, всё нормуль. Там взять тебе на троса? Да, попробую пролезть. На пониженной. Давай зацеплю, что-то как-то вело там эти вообще. Нет, вроде ползет, смотри. Что-то это просто попало под это. Подводное течение, видимо, короче. Карась, наверное, там. Карась тебе за фаркоп, наверное, хватает, там заглушитель тебе. Что, дать лебедку? За дерево. Ой, не, давай лучше лебедку, а то я сейчас вертанусь. Давай, все есть. Что-то попало прямо, увидишь, задрало, короче. Во. Ваня, ты там чё как? Я сижу. Да не едешь, я вот вижу. Ну, благодаря лебедке еду. Сейчас Паша не будет затолкать. Так, чё, подожди, Дима, отцепляемся. Я там попробую дотянуться до этого. До Паши. Ой, до Вани дотянусь, нет. Не дотянусь. Попробуй ближе, Вань, чуть-чуть. Давай, да сейчас я проеду. Ты по течению едь прям. Я пустой. Я по течению еду. Колян, я пустой, я могу его сейчас поднять тут, если что. Ну, давай тогда. Он там, в русло попасть не может. А все, пошел вроде по течению. Так я сказал, что я вылезу. О. Что-то я опять куда-то в дебри, короче, полез, как мне всегда нравится. Вот, ох, тебе надо было, где я? Вчера я между деревьями с распуском как там застрял, да, Паша? Красиво было. Да. Жалко, Дима не видел. Пролез? Колян? Нет, еще, но скоро пролезу. Ты лучше, наверное, знаешь, назад прицепом он цепляйся. Ваня, отъезжай. Все, огонь. Во, Ваня, давай левее. Вот тут между елками. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я на бок опять лег, я на бок лег. Давайте проезжайте направо. Ваня. Кого вправо? Я в Ты проезжай. Дереве. Я в дереве. Ну, давай дереве-то? Назад, да и едь. Ой, бери прямо и проверь. И прямо как раз вот и пройдешь по прямой. Ну. Ой, видишь, прошел. Ну, подожди, стой, цепляй меня за морду. Сейчас. Дотянешься оттуда? Почему нет? Ну, не знаю, мало ли. Ой! Вот, не, надо было за перец цеплять. Бум! Ну давай так попробуем. Они Баня тут назад сдает. Ваня, дай мне вперед, Дима, я подскочу. Вправо пролезть, там тоже есть место. Проедь вперед и зацепи меня за нос, Вань. Сейчас. Так, а я не приберу здесь? Ну, вот сюда, да, вот, все, стой, вот так вот цепляйся. Угу, сейчас. И назад дергай меня. Там сзади никого нету?
Давай, да нет, давай. Нормально. Все? Да, поехали. Паша, ты пролезешь? Ну вот где ты проехал? Нет, мне надо вот слева. Да-да-да, вот диване проезжал. Ты в горку уперся. Давай, подожди, я сейчас с той стороны стукну его. Подожди, я сейчас лебедочкой мне бы перецепиться бы в другое место. Опа. Ох ты, тут какой камень был! 478 урона, прикинь. Ого, хрена. А, я забыл, это что он же... Он же ж только заднеприводной. Он же ж только заднеприводной. Я все, короче, это передок пытаюсь включить. Все, у меня угли летят во все стороны. У тебя ремонтные очки же есть? Да. О, я застрял. Так, ребята, вот это да. Я что-то не вывернул, не заметил, что тут это, что ну, тут да, пригорочек, тут вот кривовато. С прицепом, да? Да. Ну давай, если что, лебедка тебе хватит. Я уже вылез. И Ваня, Ваня тут вниз спустился. Вань, давай Ваня попробуй тебя на колеса поставить. Проехал. Принимай лебедку сейчас. Так, есть. О, во, есть. Нормально, все, поставил. Вообще красавец, спасибо, Паш. Короче, за прицеп надо дергать. Да, за прицеп вообще прям отлично получается. Чё, кто ведет, куда едем? Да вы, блин, съехали вниз, надо было вот справа, где Паша заскочил. Паша, ты там как раз по прямкам будешь. Сейчас поднимемся. Да. Ну, да, вот сюда вот выходите. Ух, как он сюда не хочет идти вообще. Придется, наверное, тебя кальян вытаскивать сюда. А я сейчас подцеплюсь. Вылезу. Давай я поставлю, если что, сейчас. Тебя возьму на хвоста. Не, никак. А что-то прицеп под прицеп, что-то попал, камушки под прицепом. Их, их, закопался. Да. Все. Что мы до гаража сейчас едем? Нам-то да, по-любому. А, вам-то, вам на дрова ехать. Давайте я пока загружаться поехал. Ну, вон, забирай тогда с собой Коляна. Давайте. А мы давай погнали я сейчас. За прицепом. Я следом, Паш. Ага. Ты на автомате, что ли? Я, да. Да я на автомат перехожу. Он на автомате неплохо ползает, но вообще неплохо прям. Не, да он вообще неплохо прям ползает. Блин, у меня ветка в салоне. Я даже удивлен. У меня ветка в салоне. Машина. Обалдеть. Где-то нарвал сирени. О, мой прицеп валяется. Понабросались, да? Угу. Чё-то ты везде, ну, прицепов разбросал. По всей карте. Начинается самое интересное. О, вот это да. О, выпали из меня кусты, наконец-то. Так, ну что? Я тогда тоже следом залезу. Блин, ничего не так стал смотреть, не нравится ему. Чупаш сел? Не-не-не. Дима, это пока. Я прицеп пытаюсь поймать, чтобы вот это расположение. На права сдаю. Я понял. Блин, опять ночь. А время-то не перемотать, да, в мультики тут я смотрю. Ну да. О, поймал. Кого поймал? Кота за хвост. Кота за хвост. Кота за хвост поймал. Так, а я тебе сейчас мешать буду, да? Я сейчас попробую мы... назад уйти. Сейчас мы приедем, будем мешать. Сюда шкле...
скриншоты там рубит. Да, да, Паш. это я тут. А, это ты. Я тут запускаю. Блин, я бригаду не пересадил, у меня очков там мало будет. Ремонт. Как же тут развернуться-то, а? А вы заехали, наверное, как умные Маши, правильно в этот сам, да? Да. Вот-вот-вот. Я не люблю с этими прицепами вообще грузиться, поэтому я сейчас там через дырку поеду. Так, Дима, давай вперед, тогда я буду смотреть, какая дырка там. Давай, давайте тогда куда-нибудь вправо отдвигайся. Ох, как красиво. Да, а что-то ты встал-то, нифига. Да посмотри. Колесо вывесил. Вылезешь оттуда-то, нет? Вылезу, конечно. Блин, в грязь самую там вылез. Залез. У меня гастарбайтер себя толкнул. Я говорю, да они ленивые, я тебе говорю, эти гастарбайтеры. Они даже за бутылку не хотят. Мы предлагали. Да, мы им сегодня и три предлагали, а они всю заднюю включают. Ну пока не лезьте только сюда, а то мы тут вообще не разойдемся. Оп, кто там? Ваня, ты? Да. Я догнал. Чувствую, сзади прилетело что-то. Ваня, тут только осторожнее этот прицеп не натяни вот на левое дерево на выходе. Ага, потому что там вижу. Впереди пиндос там. Чё думаю за фигня, почему я не еду? А я, короче, оказывается, это прицеп, выравнивался, прицеп за дерево зацепил. Лебедкой? Да, лебедкой. И, короче, ну что-то ну не едет, ну все прям на месте стоит. Ну. Чё думаю за дела? Ты должен сейчас тоже загрузиться, по идее, там вроде ровненько стоишь. Да, загрузился. Ну все. Что-то Паша там козла штурмует. Паша разворачивает. Вот, видите, откуда я заезжаю? Вот отсюда надо. И оно аккуратненько так хорошенечко так заходит. Я что-то не вижу, где ты заезжаешь. Все, я развернулся. А, вон откуда. Да, да, я отсюда вот раз. Все нормально. То есть со стороны домика бобра. Да, да, да. Мало того. Ага, все, приехали. Че, все? Паша лег? Да. Нет, не. На выезде вообще не гребет. Так там лебедками цепляет. Ну да, лебедочка, конечно. Лебедись. А вот наверху-то нету лебедочки. Сейчас я прицеп лебедкой подтяну тоже. Опа. Да ешки-матрешки. Ну, почти ровненько сейчас отцеплюсь и засажу туда деревяшку. Ну, я Урал подготовил еще. В натуре дровосеки тут такие, знаешь, бесполезные сидят. Ну все, я выбрался, загрузился. Ну то я сейчас чем-то загрузился. Эх, Дима, послушал тебя и засадил, и зацепил тебя, да, там? Но я тебе говорил, что смотри, не засадил туда. Колян, что, надо лебедку? Не, я вылезу, наверное, сейчас попробую. Опачки, вылез. Все ничтяк. Ну, что там, Ваня? Сейчас, подожди, штурмуем дерево. Ваня уже... Ну чё, ждем ребят, поедем организованной колонной. Ну да. Тут-то при любом раскладе придется кучкой ехать. Прижимаемся вправо. Только прицеп сможет отцепить и меня толкнуть? А на Урал сейчас, надо пересесть. Или на Урал, да, пересесть. Я прицеп между деревьями застрял. Сейчас я пересел, посмотрим, что там. Ваня, прицел у тебя сбит просто. Ой, надо ж распуск тут подцепить, он тут не нужен.
как дрова, так обязательно ночь, елки-палки. Сейчас, пока меня вытащит, будет мне день. Лебедку дает. Да это я тут тебе встал помочь. О, давай перецеплюсь сейчас, ага. Я вроде сейчас через камушек только мне его. И все, спасибо. Да не за что. Так, где ты? А, вон он тут, в каком кусту. Сижу. Да мне просто его толкнуть вперед. Не вперед, не в бок. Понял. Видишь, его видно, как он сидит, блин. Сейчас попробуем. Что-нибудь с этим сделать. Так, где там стрела? Да, стрелу толкни его. А, у меня чувак спать лег. На спидометре, мне кажется, 110. Не хочет. Попробуй назад дернуть его. Сейчас, подожди. О, нифига, в этом манипулятором ушевелить уже. Ну, во, вот сейчас дергай вперед. Вперед? Да. Нифига. Нет. Блин, да как а, там? Подожди, стоп, подожди. Что происходит? Да Ваню пихает все. Паша, ты что сдалека такой, от чего-то происходит? Паша уже в магазин сходил. Колесом что-то уперся. Где-то во что-то. Ну-ка, стой. Вот так вот, Ваня, видишь, промахнулся. Бери, ребят, я тебе говорил, слева дерево, осторожно, там аккуратненько прицеп. Назад его хочешь? Да, назад чуть-чуть. Ну да. Пробуй. Вань, смотри, ну, вкручивай руля сейчас. Прицеп, чтоб не этот. О! Вот чем ты там упираешься, я вообще не вижу. Прицепом левой стороной, по-моему. В дерево. Нет. Я в пеньке. Ну давай я сейчас туда заеду внутрь, попробую тебя выдернуть. Нет, колесо упирается. А, прицепа. кто-то туда уже поехал. Прицепа, ты да. Разгонись, ударь в прицеп. Думаешь, поможет? Да, бугорок только и разгоняется, конечно. Во, проскочил. Пропихнул, по-моему, Ваня. Пропихнул конкретно. Да, все ничтяк. Все, пролез. Сейчас еще Ваню загрузить надо как-то. Да, сейчас Ваня 2 минуты загрузится. Там ровно его тоже надо поставить, он тоже мутный, этот прицеп такой. Час 12 уже пишем, парни. Вот это да. Зато весело как будет потом посмотреть. О, там уже Паша стоит. Да там у вас, я говорю, муравейник какой-то. Вы там всей кучей, по-моему, на Ваню навалились там. Я тогда Урала уберу, раз там Паша. Пересяду обратно себе. В карзика. Да что такое, как тебя загрузить, не русский. Я говорю, Ваня, лебедкой зацепи прицеп, там выровни его. Сейчас, где он тут у нас? Блин, проще было, после Паша ты ему накидал бы этот прицеп, дров туда. Да, давай накидай. Манипулятор. В натуре, и быстрее будет, пока Ваня там сейчас прицелится. А его все равно ж, по-моему, надо. А нет, по барабанам, по-моему, если они. Нет, там... надо выравнивать тоже. Да? Да. Но там уже проще, когда уже будет загруженный. Ну да. Уже вылезет там, где на удобном месте и заполнит его. Давай, Ваня, подъезжай. У меня чувак спит, короче, в автобусе. А у меня тоже, короче. Короче, пока уснул. Хоть покимарит, хоть слегонца. Не, ну сейчас, Паш, подъеду. И текстурки такие в этом, да, вот эта приборная доска так прикольненько. Можно туда пару лампочек каких-нибудь влупить на приборку, чтобы мигали там. А я вот что-то пробовал, короче, лампочки, ну, на УАЗика делал, пробовал лампочки, хотел, чтобы когда свет включаешь, чтобы лампочка горела. Я ее поставил, а почему-то она у меня, не горела, непонятно. Прописульку надо посмотреть, как там она. Идет прописулька. Ну ее сейчас нету там. Ее там сейчас нету. Да я Паш, хватит. Можно будет потом поглядеть. На газоны я вот на 52-й, на 53-й прописал. Это уже. Длинный нет.
У меня там масло, ну, по-моему, еще... все время горит. Заводишь, сразу давление масла нету. Ништяк. На постой. И стоп-сигнал, когда вот тормозит, он стопом мигает. И, по-моему, приборная панель подсветка стоит полностью. А сюда надо еще попробовать вот этот первый кардан прописать, который идет с коробки через подвесной подшипник туда. Ага. Но это надо с модели его удалять. Кого? По-хорошему. Этот-то может толстый, как бы он туда встанет нормально прям поверх его. Так, Паш, что ты говоришь, тут нажимать надо будет? Вот, да, все правильно нажимаешь. Все, вы там нажали? Да-да-да. Угу. Ой, я с окошка смотрю, парни, на вас. Колян впереди стоит, у меня чувак тут спит, а направо повернулся, там Паша с ветками своими там грузит. Вот. Ой, чувака разбудил, короче, хватит спать, наверное. У меня мой еще покемарит. Что ты, Паш, положил, нет? А, нет еще. Ты его сразу тогда, Паша, бери на этот, на троса и вытаскивай сюда на улицу. Как я вылезу сейчас? Че, одно что ли так грузно? Да. Как вы там грузите? По одному бревну. Появляется только одно бревно, прикинь. Когда кладешь ему? Когда создаешь. Хотя должно быть два. Ну опять что-то нахимичили. Ошибку выдает, говорит, что загораживает место. Да. Появляется только одно. А, так может второй там и лежит? Нету. Там бревно на бревне, по-моему. Вот-вот, да-да-да, ну может быть такое. Потому что мне да, когда Колян мне когда грузил, у меня тоже так же было. Ну одно я вот захватом хватаю, там одно бревно. Так он-то тебе не передал то второе бревно. Я создаю, их не надо передавать. А. Ну что там, о, много еще? Палок еще много накидать вам нужно. Стрелка показывает выровнять. Да, все, едь вперед. Много вам там еще палок. Не было, я палок накидал, вперед. Да. Парни, дерните кто-нибудь его Уралом. Сейчас. Ты что теперь делать, Паш? Сейчас выйдешь на ровную местность, там это. Да, и там загрузишь. У тебя сколько там бревен там теперь? 4. Все там должен тогда ровно встать. Ого, Колян. Так я выезжаю. Ты только не растеряй по дороге. Давай на ребёночке, на всякий случай. Сейчас. Да. Ты показывает влево выехать. Давай. Крадись. Сейчас я отъеду. Направо, Вань. А, подожди, стоп. Загрузится? А? Загрузится прицеп сейчас? Нет. А на дорогу выверни направо, выйди, и там уже в этот на ровной местности уже это загрузишь его. Угу, сейчас выезжаю. Вот, чей бортовой прицеп такой стоит? Пашкин. А, Пашкин. Я цеплённый, он почему-то какая-то странная. Ну? А у меня тоже так показывается, что отцеплён. Ну что там, Вань, загрузился? Да еду, гружусь. Вот, сейчас пробую. Угу. Во, загрузился. Есть дрова, да? Так, есть сейчас, дрова. Урал поставлю. Там никто в моего указика не заехал? Да нет, еще пока. Так он у тебя пока никакой. Вот я сейчас пересяду, сейчас как подпрыгнем. Не тоже. Пересаживайся. О, что-то там Диму завернуло. Да я немножко как-то подтащило меня в грязюку. Кто там проедет? Паша, давай. Кто последний поедет, меня там цепанете, потом выдернете. Проезжай, Вань. Ох, давай ты проезжаешь, лягу здесь. Такая банда. Езжай. Банда дровосеков. Пролазь. Ваня, проезжай. Проскакивай, Вань. Сейчас, скажите, я на пониженную врублю. Да давай так едь на автомате, ёкалжный бабай. На автомате еду. Вот взял мне краску, поцарапал, только покрасил, ё-моё. Бортом меня зацепил. Кисточкой только замазал кисточкой. Да, валиком, кисточкой красил пока. Ух, сейчас, по-моему, ты тоже, наверное, станешь. Не-не, давай.
Эх, у меня, меня стягивает. Он не ляжет? Не должен. Вроде нормально. Не? Давай, может, я тебя за прицеп возьму. Давай я тебя сначала попробую вытянуть. Давай лучше я тебя. Вы такие любезные, прям. Во, все вроде. Во, и сейчас как бы я на этом шнурке за тобой поеду. Следом же, да-да-да. Да, все, давай. Паш, поехали. Ходу. Давай. Что-то не идет вообще ничего. Стой, Паш. Давай, тавзи. Жми. Во, все, пошел, поехали. Пешком пошел? Да. Пошел. Сейчас парни выйдут, подтолкнут. Ой, я смотрю, вышли уже, ну, пободрее пошел. Че там, Паша дорогу показывает? Да, от Паши я только мигалки вижу там впереди. Там. Есть планы, как едем. Да так же, наверное, через эту, через заправку. Через заправку? Ну вот где мы выезжали, после заправки. Блин, следующий обратно, поворот. Обратно, Диман, сложнее будет еще. Ну как-нибудь мы хоть прицепом тут зацепимся, назад вытащимся, черт. Да поехали через речку, через гараж. Там же у меня Урал стоит далеко. Поехали, да, через гараж. Я сейчас на Урал пересяду, к речке подъеду, буду там дергать вас. И че, а мы сейчас там в одной этой грязи как стрянем по самой помидоры. Так там Урал стоит. Мы через это не проедем, да ну нафиг, там вообще жесть. Там, во-первых, течение не в ту сторону, а еще и когда обратно едешь, там берег у островка, он очень крутой, то есть морды прям упираешься. Я не знаю, блин. Да. Я бы все-таки туда посоветовал намануть. Ты вспомни, мы на Амазах там без прицепов встали. Помнишь? Блин, ну я на Кавзике там переезжал, вот на этом, с дровами. Да ладно. Помогал, да? Паша, он уверенный, он едет на автобусе, там сидят 4 гастарбайтера, вдруг помогут. Он уверен. Паша, сейчас вперед, быстро! Блин, я думаю, что он у меня так медленно едет, вы от меня удираете? Я на пониженной пилю, думаю, вроде полный газ, думаю, что такое? Только мигалки вдалеке такие пропадают. Я тут трохи, короче, на дороге слетел. Может, покурить? Входим. Подвыкнул таких. О! Я знаю сейчас, куда я поеду. Куда он высыпался? Так. Блин, где же я, парни, там ехал в этот раз? А, вспомнил. По грязи сейчас прорываться будет печально, я так думаю, огруженный. По берегу попрем. Можно, да, по берегу он пойдет, но там укувыркнуть можно. Аккуратненько. Чё? Давай по берегу поедем. Давай в гараже покурим, короче. Ой, я, короче, в Манькину тележку заехал. Я залагал что-то. А в гараж опять, да, приехали? Ну. Да. Сейчас я бригаду Хорошо, сейчас я... Вань, пропусти вперед. Так я застрял. Я сам в Ваниной тележке, короче, застрял. Нифига там Паша поскочился. Ну да. Это косяк, кстати. Да, давай я сейчас пересяду на Урал, а тебя назад оттяну. Давай. Я мог бы дернуть его. Да ладно уже, давай. Сейчас я пересяду. Уже едем мы сейчас что? Вообще прям, ну. Это вот опять там они нам мутнякали этот с прицепами с этими. О, прицеп исчез, короче. Вот. А я все равно на месте стою. Не мой, это. Ваня. Пошел. Там, где вот ты появляешься, туда не заезжай, а он постоянно там как бы цепляет. Ага. Че, поехали? Я заметил там такие косички. Все, Урал туда вставлю. Дим, и все, Урал здесь есть. Да не, мне не нужен Урал, я просто свой отгоню в сторону. Так она понижена, две палочки, аккуратненько. Ты, Паш, что, поворачиваешь, что ли? Да, сейчас по берегу попрем. По экстремалу. О, что-то я прицеп твой не вижу. А, вот, сейчас вижу. Блин, вот его юзом тянет вообще так. Да, юзом прикольно едет. В колею папа с ним упал. Вошел в колею. Самое интересное, что когда птицы летают, тут не гадят на машину.
Ну ничего, скоро сделают, будут гадить. Ох, там ничего нормального не машины ехать не будут, но птицы будут гадить, это точно. Ну да, я говорю, вот только то ротанов добавляют в речку. Опа! То еще что-нибудь. Я назад сдаю. Мы рады? Че? Да что ты там, не прошел что ли? Здесь не развернуться. Паш, ты сам разворачивался. Да не надо разворачиваться, тут промеж деревьев, он тут маханул и все, и пошел. Да нафиг, не люблю деревья. По берегу, а мы там-то как вылезем потом? Не знаю. Разберемся. Ты через реку хочешь или как? Ну да. Колян, по берегу почишем, да? А я не знаю, смотрите, я за тобой, как бы, куда поедешь, я следом. Ну туда Урал, короче, подтянем и все. Так, что тут опять, пробка какая-то? Там что-то Ваня застрял. Ну все, я на берег уже, парень, вышел. Водичка тут. Птички. А мы тоже вышли, только тут пробка. У меня боком едет, блин. А, я пониже на одну палочку поставил. Я вообще на автомате пилю. Блин, я, у меня ощущение, что мы тут по берегу вообще не пройдем. Сейчас попробуем. Ага, так может нам подождать? Колян, подожди пока, может, что там? Едет он вообще, нет? Да едет. Но я вас жду. Я не поеду один. Ладно, я на понижайку туда сразу я поехал. Я две палки на понижайке и пошел. Может, покурить сходим? Я уже поехал. Да уже, конечно, уже пилораму заполним, да потом покурим. Ваня, ты что так толкаешься? Да мне страшно, я ближе. Ты бы лучше сзади встал, я как уезжать теперь буду. Или ты уезжай тогда вперед. Или ты уезжай, они там друг друга пропускаешь, что ли? Пробки культурные водители, чё? Да не говори вообще. Редко таких встретишь, ну. Так, кто-нибудь вперед езжайте. Некрасиво заехал. Некрасиво заехал, прикинь, там что выбирает, красиво, некрасиво ехать. Походу я некрасиво заехал. Сейчас подожди, посмотрю. Да не-не-не. А ну давай вообще попробуем. Ну главное, чтобы прицеп подскочил. Опа, а прицеп. Опа! А прицеп не скачил, бляха. Дышла мага, уперся, вижу. Зараза. Блин, вот хуже нету с этим прицепом, жопу морщит. Пипец. Не-не-не, подожди, я за дерево тут повыше хочу. Надо одноосный какой-нибудь прицеп сделать для дроп сюда. Да-да-да, можно, будет, конечно. Все, походу у меня вообще встряло, а придется Колян тебе меня вытаскивать назад. Сейчас попробуем. Так, сейчас я свой прицепчик. Придется, подожди, стой, мне надо автобус как-то поставить. Я хотел схитрить, хотел их тут промеж деревьев обогнать. Я так подумал. В итоге получилось как всегда. Чуть-чуть, я встрял, походу, мне тут жопа застряла. Давай я тебя назад попробую дернуть. Да, мне только думал, чтобы выдернуть его. О, пошел. Нормально. Так. Колян, ты отъедешь, не? Да, я вот пробую. Опа, я заламываю. Сейчас я выйду на этот, на бережочек. Катишки. Объеду тебя. Ну то у меня заламывает. Смотри, только аккуратно, он тут плечь может. Тут такие тоже. Ух ты там поднимаешь его. Не, красиво смотрится. Коль, ты зря туда поехал, я там еле-еле выехал, да? Нормально, я пролезу. Где русские, где говорит, немцы не пройдут, и бы не бронепоезд не промчится. Колян на пузе проползет, и ни хрена с ним не случится. Колян засел там, где я. Все нормально, лезем. Едем. Дим, ты там что как? Я да, у меня все ровно. Выбрался? Да, у меня все потихонечку, тут аккуратненько вроде пытаюсь. Ну там автопоезд такой стоит. Ой, я дерево уперся.
дерево уперся, так. Где бы что-нибудь бы где-нибудь бы зацепиться бы. Там другое дерево есть, сбоку возьми его. Хоть. Не, мне сзади надо. А то я говорю, я в дерево уперся, а назад проехать не могу. Паша, там еще не уехал. Нет. Все, поползли. Паша, отойди, я только что стоял здесь. Блин, этот берег, короче, мы тут, походу встряли на этом берегу. Не-не-не, пролезем. Во. Ты стоял возле Паши, Паша раз исчез. Поехали. А Паша, он, ну, может. Я Урал гоню. Ты колен там застрял? Не, а тут лебедочкой подмогаю, а тут как бы это по клиренсу он не проходит. Ладно, ребят, пока время есть, ребята, у меня ребята пошли купаться. Не понял, кто купаться пошел. Я думаю, какие ребята куда пошли купаться? Я тоже сижу, думаю, какие ребята куда купаться? Да не могу. Ну ты, Ваня, лебедочку. Да не, я потихонечку тут вроде карабкаю помаленечку. Все вроде подполз потихоньку опять. Да что ты будешь на это посматривать? Приходится перещелкивать. Не надо попасть, а так там по бочкам загнуть. Разжимку. О! Смотри, загнул и погнал. Давай. Там-то мы как, через реку маханем или что? Да, Урал через есть. Реку маханем. Блин, а маханем ли мы через реку? А маханем. Во-во. Маханем, это я чувствую. Так, мужики, покупались, залазим, поехали. Ты сейчас там застрянешь, Вань, на берегу этой грязюки. Нет? Так, мужики помылись, машина легкая. Все, тут что-то как-то мы в кучу сбились опять. Жесткие. Ну все, если что, Урал, короче, рядом. Блин. Ну, главное, более в одну, Дима в другую. Главное. Не торопиться и не останавливаться. Блин, у меня чуть не положил, я его не поднял. Аккуратней. О, не, передок надо, наверное, это. Тоже чуть-чуть пожестче сделаю. Вот сейчас вот ямочку выхватил, как бы он прыгает. Чересчур. Да что такое, я застрял. Вот, а я тебе хочу, что по берегу тут надо либо ходу, но лишь бы не перевернуть его. Я, блин, без остановки уже, парни, пойду сейчас. Да, тут нельзя останавливаться вообще. Я первый, я пониженную прям на полную врубил и пошел. Да, я, короче, встал. Сейчас зацепимся. Я уже, парни, я уже не помогу, я почесал. Нормально. Сейчас пролезем. Паш, ты сможешь сзади толкнуть меня? Нет. А, я понял. Эх, у меня прицеп. Ну а ты вот слева за дерево зацепись. Так я за них и берусь. И что, не тянет? Ну как видишь. Вот, пошел. Ох. Я вообще нормально. Мне главное не остановиться и все. Главное не останавливаться, Дима. Вот я иду по краю. Прям по бережочку так чешу. Хорошо идет, главное не останавливаться. Так у меня вообще, да, он отлично чешет, как бы, без проблем. Ну, блин, главное не остановиться. Остановлюсь, все, труба, блин. Ой, все. Блин, как накаркал, ёкарный бабай. Стрял я, короче, парни. Так я тоже стрял. Помогает деревцу. Ладно, я пошел в леса. Пошел занять. Веток пошел нарубить. Да, так, да, колес. Пойду сейчас отсюда. Попробую, может, как-то поднимусь тут. Потому что тут, Паш, можно и завалиться. Я сильно сел. Ох ты! Я думаю, что не видишь ты, блин. Смотри, а что у тебя хочет оттянуть. А? Что там такое? Колесо спустило.
проколол где-то. Но... Бывает, бывает. Так. Тут аккуратненько надо опять прицеп, чтоб не... нигде не мусить. Вон, Колян попёр по прямкам. А я вот тут просто хочу подняться. Я все, я поднялся. А я вот, короче, закопался. Вот, блин. Ай, интересно, если я отцеплю прицеп-то, он у меня потом будет с дровами-то? Отцепил, короче. По идее, должен. Колян, держись, я иду. Ты давай. Ты сам тянись. Не бойся, я с тобой. Вообще прям вот это да, и деревья далеко. Думал, сейчас сходом проскочу. Хватит, 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 Дима, зацеплюсь. Все, у них там что-то все. У них там что-то. Ваня лег. Лег с дровами? Да. Нет, дрова отвез на лесоповал. Да иди, ой. Сейчас с Димой выпаял, он за пули поехал. Надо выворачивать вот сюда, вот налево, вообще туда, где я пролезал. Налево, налево, Валь совсем туда. Налево. Еще, левее туда. Сейчас пробуй, подожди, это дерево. За дерево. Вот, до дерева достаю. Достал? Паш, вот подожди, подожди, сейчас. Не парься, Паш. Подожди, я туда пролезу. Подожди, Колян, Колян, подожди. Я в гараж сейчас вернусь, а на Урале приеду, ты садись, езжай. Давай. Садись, давай. Я сейчас на Урале вот приеду. Вот сюда. Ты вернись в гараж, чтобы я ага, проехал. Что-то его сам расстрелял. Сюда, говорит, надо. Там не пройдешь, не пройдешь. Колян, Колян. Нет, а куда? Вот сюда за тобой? Ну, да, 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 вот именно вот этот место. Залезай. Так, сейчас. Тут я его протащу, как нормально. Зацепишься там? Ага. Блин, мне так нравится, как он гыркает, когда на газ поднажимаешь так слегка, да? Хорошо, ну вот так. Как шишига. Настоящий такой звучок. Как умный. Ну что там у тебя, как? Да поднимаешь потихонечку. А, да, да, вот в эту вот. Сейчас вот главное эту, не в эту щель проходи. Проходи в эту щель. Так, сейчас прицеп понадобится. А что, Паш, ты прошел? А кстати, тут есть еще вариант, можно этот. Проехать, ну туда по дороге можно так переехать. Ну да, кстати, вариант тоже. Кстати, да. Там грязюка, блин. Да, ну там проще будет. Какая там грязюка-то? Ну давай там. Давай мы туда с Коляном поехали. Поехали. Это ты прям куда-то за этого загнул. Да, я что-то как-то меня тут, я в самую гору тут раскорячился. Че, ребяточка? Смотри, блин, сейчас маленький еще назад попробую. Не пойдет, так куда-то. Да, закопался. Давай вперед туда, проходи. Вперед, 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 еще вперед. Оп. Где-то вот тут, наверное, я тебя должен поймать. Опа. Блин. Да. О-о-о. На камнях, на мешнях. Так, Ваня, а ты бы хоть ремонтные части бы взял, что-нибудь взял бы. Ваня, на голову, что ли, пинка? На голову, конечно, приехал. Ваня, что ты даешь? Ну ты, блин, даешь. Вот, вот он летит. Я урона поймал. Еще и урона поймал. Вань, вернись в гараж, возьми эти части или еще что. 400 урона поймал. Нормально, ты его сейчас убей, его еще для полной части. Ну. И пусть он тут как памятник стоит. А нахрен он нужен, он же памятник. Так, вот дальше. Тут надо нам как-то, знаешь, пролезть как-то, сейчас я тебе скажу как. Где-то там, вот туда доедь, по дорожке, дальше. Наверное. Да. По дорожке. Только смотри, там будет очень круто. Надо брать не по дороге, а левее. Левее попробовать проскочить, чтобы мало лет. Ну что, назад прицепом встань так. Возьми сейчас прям полевее, ближе к деревьям, да. И вот левее дороги, как бы попробуй, потому что прям по дороге там будет кнуться мордой.
знал. Как-то где-то там, например, наискосок вот так вот. Направо наискосок, или на островочек пилить. Пойдет он, не пойдет. Оп, почти, ну. И никак, да? Угу. Так, ладно. Их и зацепиться не на что, не за что. Ну, так, подожди. Так, все, готов к экстриму? Я пошел. Прощай, страна родная. Блин. Ты вытащил? Мне чуть-чуть не хватило. Там вон деревце за тобой, можно зацепиться. Можно сзади, да, попробовать. Сейчас подтянись. Прицеп. Ой-ой-ой. Я вот прицепа убрался. Ты там не тонешь еще? Нет, нормально. Ой, у меня прицеп падает, прицеп падает. Подожди, попробуй тебя за прицеп. А, не-не, я уже перецеплю. Мой ты тоже. Лег, Все, короче, груз потерял. Конец. Это был конец. Кто лег? Я. Блин. Не успел зацепиться. Так, ну чё, я за руку сгоняю пока за этим. Погрузчик, кстати, можно где-то, может, подгрузиться, там же где-то есть какой-то лесоповал-то. Коля, ты чё, лёг, да? Да, на бока, да. Так... Не, ну тут, да, есть по пути точка погрузки. Колян, подожди, дай-ка я за тебя зацеплюсь пока. Цепляйся. Запирь, ага, Карина, жива, запирь. Не достаёшь? Давай за прицеп попробуем. Мне хоть самому пока ты владеешься. Ага. Не вариант вообще. Так, кто тут приехал? Это кто? О, Паша, тупани меня. Давай, погнали. Ну, что-то не хочет. Прицеп. Да. Ну нормально, он встанет. Встанет? Да, стал уже. О, все, я уже практически. Вот, парни, профессионализм не пропьешь. Вот что значит много лет за рулем. О, смотри-ка, и Колян там поднялся. А ты меня пошевелил, короче, я это. Ой-ой-ой, у меня там два бревна даже было, короче, в этом, в кузове. Блин, а надо это. Погрузчика какого-то туда, сюда, блин. Сейчас, подожди. Тут же где-то должна быть точка рядом этой погрузки. А есть тут, ага. Слева по дороге. А тут гараж же можно. Кто сгонять? Я сгоняю. Ну сгоняй, а давай я тогда попробую сейчас Коляна. Сейчас я его вытащу. Эх, Колян, тебе надо было за другой клык, за левый хвататься. Да, ну давай перетянем, перецепимся. А, вот, давай, так. Ты что, Дима, стоишь? Я снимаю. Но. Я снимаю. А? Я снимаю. Во, спасибо. Вылез. Какой вообще муравейник. Вижуха. Ну да. Вы не видели, как я на этот остров заезжал? Я тут на полном ходу плюхнулся. А твой-то где этот автобус? Вот он на другой стороне стоит. Я везде Диман успеваю. На какой другой стороне? Вот он, смотри. Вон он на том берегу, ну. Блин, я не вижу. Ваню вижу. Вон едет сзади. О, ё. А как ты тут оказался уже? Я догнал вас, я не знаю, чего вы так медленно ехали. Нифига ты быстрый. Вообще жесть. Так, Ваня, а что ты стоишь, что надо было его перетянуть? Или давай я тебя зацеплю, стой. О! О! Давай. Да. Все, пошел. Давай. О! Все. Ну вон как мы еще чудненько подскочили. А прикинь бы мы там. Ой, Диман, рано я отцепился, подожди. Все. Да, я сейчас тоже там вылезу. Там. Так, что, я поехал на точку погрузки, короче. Да, там после моста, по-моему, справа надо, да? А вот насчет после моста справа не знаю. После моста справа, точно.
Знаю, что вот сейчас вот на дорогу выезжать и направо. Да. Направо. Сейчас, вы... направо, сейчас да. На дорогу направо, короче, мост проезжаешь еще раз направо. А, вот она, да, вижу. Все, Димон, поехали, поехали. Да я застрял. А. Вань, может, подернешь Ваня хоть кого-нибудь? В Урале стоит. Бабу курит такой. Да ёп. Где у меня мучик вот два? Нормально, теперь иди пошел в тапки. Угу. Сейчас попробую сам проскочить. Ну да, если не останавливаться не будешь, как бы бери там поправее, наверное. Да. Не, нифига не идет. Я иду тоже, у меня под переднее колесо. Все, не надо, Вать, пошел. Пошел? По одной колее, сзади, по другой чешет. Все нормально. Сидит на гаме, так и подрыгивает. У него уже нервный тик, наверное. Да походу. Че, Паш, едешь? Да, еду, еду. Опа, спасибо. Кто там подмог? Так, а где тут чет, где тут грузиться-то? Там козел должен стоять. А что-то я его тут в упор не вижу. А, вон он. По-моему, должен где-то. Так, а чем? Должен. Есть кто там, ребят, с этим? Чем? С погрузчиком. Сейчас я все это... погрузчик. Ты в тот гараж перепрыгни на краза. Там же есть платформа странная, а нету там платформа. Нету, там. Мы урали только. А, там там этот. Автономка. Автономка есть. Автономка с манипулятором. Ты, Паш, проедешь? Да, да, да. Че, мы как, через грязь пойдем или через дорогу? Я не знаю, я предлагаю направо сейчас поехать через грязь. Через грязь, короче, да? Да. Ну, давайте попробуем. Давайте езжайте на там, по грязи. Там по-любому. Я на Урале вас вытащу, я на Урале буду ездить. Вас вытаскивать. У нас уже тут Уралов целая куча. Колян, что тебе надо на манипуляторе ехать? Да, 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 грузить его надо. Да, было бы неплохо. А то я с гаража. Давай. Из гаража далеко будет пилить. У них-то тут рядом второй гараж на горе, который. У них или у нас? У них, у нас, у них. У вас. Ой, я там кого-то вижу. Это я. А, во, вот сейчас имена вижу. И снова здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Буду вас с окошка снимать. Из автобуса. Ваня, где твой автобус? Мой? Ваня, в гараже стоит. Ваня привернутый. Развалил его. Ё-моё. Кстати, мог бы сюда приехать на автобусе, на втором, вернуться в тот средний гараж на горе. Я сейчас... Да, да, кстати, Вань, сделай так. И я сейчас так и сделаю. Сразу так загрузим. И сюда приехать. Так и, сразу так и сделаем. Загрузились, блин. Че я пока пошел курить, снимаю его с окно. Давай, колено грузить будете колено. Ну я тут под погрузку вроде встал, места хватит, чтобы Урал подъехал, я так думаю. А он кразом, наверное, с автономкой, да, будет? Ну, в принципе, и краз тут встанет. В принципе, жопой там можно встать там к этому козлу, да, и нормально. Как раз да я как манипулятор. Место оставил. Ага, чтоб не все, я курить. Тут под Урала, в принципе. Я тоже пойду. Пашка, ты где далеко? Пашка где-то уже сигналит. А Пашка уже здесь. Ну. Вообще метеор. Да он все время, он везде. О, примчал, смотри, нифига. Ну так я тебе говорю, не успеешь. Не успеешь ничего сделать. О. Ум.
Да твои дивизии, мой прицеп валяется, я в него как добанулся. 200 урона, бля. А на какую пилораму поедем? На которая сейчас вот вправо смотри по карте. Которая тут сразу же недалеко, да? Да, которая ближе. Да ё-моё. Вот тут. Вот и я. Заезжай, разворачивайся. Да, я так и делаю. Эх. Не научили меня обратно ставить на свои места Уралы. Разбросал, да, технику? Но. Интересно, столбики ломает? Кто? Капс? Херась. Нормально, сломал. Чешет по ним, конечно. Вчера не едет. Я застрял. Лебедочкой за пенечки. Где там еще один? Все, я загружусь. Сейчас выровняюсь. Так, один готов. Ты, Паш, потянуть сможешь? Подтянуть? Да. Нет. Нет. Далеко. Сейчас, секундочку. Сейчас подъедут. Давай. Давай. Че у нас обзорчик уже 2 часа, да, почти идет. Час 51. Обзорчик такой маленький. Да не говори. По-быстрому доехали. По-быстрому доехали. И паузу. Протяни вперед, Дим. А, о, да, давай. То я даже загрузиться не могу. Подожди, Паш. Да ты принимай, мне кажется, я тебя вытяну так. Руль только. Ну что там, Колян? Я подзастрял. Сейчас вылезем. Че, парни, одну пилораму сейчас давайте сделаем и все, и конец. Да, я тоже. И конец думал. Обзору. А то у нас обзор уже. Мне на работу надо идти. Он тоже. Затянулся. Подъезжай, Вань. Давай я еще вперед пройду. А все вроде. А нет, не все. Он тебя видишь немножко боком получается. Сейчас вот тут прими, как раз вот где я еду будет. Блин, опять ночь, как всегда. Да не говори. На пилораму уехать так ночь. Что, уже третьи сутки в пути. Да вообще жесть. Все, ставим палку, все курить. Да давай уже доедем, давай тут до пилорамы то осталось, да, конечно. Диме на работу надо двигаться. На работу надо чесать тоже уже мне. Перекусить, да на работу. Поставлю завтра, наверное, может, если сегодня сконверчу видос, то выложу в группу. Посмотрите, поржете. Я по-любому посмотрю еще раз. Однозначно. Да ё-моё, не могу выровняться и все. Я выровнялся вроде. Чё, никак? У тебя на прицепе колеса там боком стоят. О, готово. О, все, да, закинулся. Так аж в куст пришлось заехать. Нормально. Ягодок там порвал, наверное. Ну, потихо, ягодок. Медведей распугался. Мошку пособирал. Тут у меня Паша одно бревно видит, а в другой не видит. Второе. Почему? А, не знаю. Все, короче. Одно бревно увидел, а второе нет. Попробуй функции опять нажми, и то есть... Ну, я понял. Еще раз сделай. Нет. Странно. Ой, что-то я зазевал уже даже. Ну, у тебя-то там уже ночь, наверное, полным ходом. Ну да. Ого, у какое время? У меня пол третьего. Охренеть. Ох ты, ни хрена. Ну я уже сутки с небольшим не сплю, как бы. Короче, все, ты должен там уснуть прям уже на клавиатуре, по-моему. Да, рано еще. Давайте быстрее уже, Коляну спать пора.
Да, ну я сейчас еще буду довыдергивать. Забираю все запчасти. Нет, с этого. Я не вижу их. Да как так-то? Эй, Паш, я к тебе говорю, не вижу их. С 69-го повыдергиваю оставшиеся детали там. Сколько их там осталось? Сейчас, Паш, секунду, полторы. Функции. Файлы. Я их даже не вижу. Попробуй я... дернись что-нибудь. Вперед маленько проедь. Ты как не видишь, может там на бревно навести? Ну, я их вон вижу, твои бревна в твоем кузове, как ты их не видишь, я понять не могу. Да Ваня не знает, надо нажать. Я вот действительно отсюда вижу. Так нажимай, ребят, реально, вот одно бревно есть, зеленое горит и все. Одно, да, передали ему и все. А остальные где? А остальные просто надо, наверное, принять. Ну да, наверное, я тоже думаю. Пока вы рядом... Потому что я все вижу у него. Если вы отъедете, то вы не сможете принять потом бревна. И будет косяк. Помнишь, как у Витагана было? Да. Ты у него понажимай там на эти бревна, или кто там из вас нажимает? Ну, нет, он мне пишет, нужно загрузить еще 3. Ну. Так а ты их принял, эти бревна? Нет, конечно. Не принимает. Человечек не высвечивается этот. Ты вот сейчас, пока они в воздухе, нажми принять бревна. Попроси бугруз. Нажми. Он их тебе опустит и отдаст их тебе. Да, вот и... все вот передается. Что-то упало, короче, что-то. Все передается. Передается. Вот Ваня опять накосячил. А ничего не косячил я. Ну там бревна там, я гляжу, уже Паша просто закидал тебя дровами там, вон и все нарисовалось. Одно даже вывалилось, короче. Ну, Ваня, блин. Ваня. Так, а где-то поворот? Вот, да, правильно. Сразу загибай направо. Ой, кино и немцы. Так, реально поворот был не видно. Где там твой? Направо загибай. Да, я вижу, уже загнул. Вон, вижу мигалки, его вроде едет. На. Лебедочка, если что, вытягивайся поудачней. Будет. Только не переверни, да мы... не переверни там ничего. С Пахой там не встретитесь, а то ты вон Пашу в кувет, короче, выгнал. У меня водила опять спит там уже, наверное, бензин из канистра нанюхался там, смотри, опять закумарил его там. Че, попался потихоньку, да? Организованной колонны. Ну все, поехали потихоньку. Так, да. Мне надо как-то останавливаться. Поправее. Я сейчас уйду, обгоните меня. Я как-то встал с камерой первый. Колян, за мной осторожно тут. Чу-у-у. Тут крутой спуск. Прям в грязь. Эх, я куда-то, короче, вывернул не туда, да? Ох, я в грязь. Эй, кто там дерется? Всё, я, блин, дайте дистанцию, ребят. Ну, вообще там, ну. Тут внизу, смотрите, грязь, я тут застрял немножко. Я как мы тебя вообще не видим. Ну как ты меня, можешь видеть, я первый. Так, все, я вроде сейчас с колеи с этой вылезу. Давайте, ё-моё, что-то вообще тут у меня тухло все стало. Что опять между деревьями, да ну нафиг вас между деревьями ездить. Да нет, да зачем за мной поехал? За мной ехать не надо. Да, да? Я сам тут что-то затупил, нахуй, вылез по дороге. Это я просто туда полез, у меня бывает. Манечка, манят-то они меня, понимаешь? Ты там толкаешь сзади? Нет. Кальян там тут, смотрю. Да я нормально, она пониженная, как бы по тихой пилю тут. Ой, что-то ты сейчас пилю, походу, стянула. Да, тут вот встанешь ты сейчас, смотри, осторожно, тут не положите только потом. Давайте она лебёдку. Попробуй за дерево зацепиться. Угу. Ага, сейчас я так и сделаю. Ай, вон нормально, один я за дерево. А, ну все. Я тоже за дерево. Опачки. Блин, я тут неудачно, наверное, только встал, тебе, да? Да, тебе надо протянуть. Оборотов убавь. Ну ты газуй сейчас, давай, Ваня. Газую. Ваня, давай. Он меня опять застрял. Так, блин. Ваня. А где вы там позастревали? Что-то вы еще до грязи не доехали. Где вы там позастревали? Ваня на ровном месте застрял. Ничего не вкрутился. Да он боком едет. Ну, ты, у тебя жопу занесло, ты влево выворачивай.
Ты не туда поехал, брат. Колеса маслом намазал. Я еду. Опасный момент был только что. Колян, ну, в раскачечку потихой, короче, прорываюсь. А я что-то в грязь не стал лезть. А тут нормально, тут по воде-то по этой. Да. Ну, там грязь будет в конце самом. Вот там будет пипец, наверное. Надо было вторую машину какую-то грузовую брать там. Так она здесь рядышком. Урал рядом стоит. Там пару Уралов же на этом, ну, на точке погрузки стоит. Все, давайте, парни, везите дрова. Все. Их. Колян застрял. Сейчас лебедочкой за дерево. Блин, и Ваня, туда дальше. Же вы по дороге-то что, не судьба ехать-то? А Ваня, ну, меня манит кусты, а Ваня следом. Но... Давайте по дороге прям по этим лужам едьте. Блин, вот и остановился, а. Он прям по лужам чешите, оно нормально там идет. Тебя Паш дернуть? Нет, нет, я уже пролез. Вон, видите, как Паша пошел, вот туда надо было, на пониженный. Я на второй даже чешу здесь. О, походу причесал уже. Походу причесал я. Чесал. Да нет. Не, он лезет нормально. Еще. Ты просто еще. В колею попади. Там эти, там ветки на дне мешают. О, все, пошел. Все, Коляну уже подпилил. Давай, газик, газик. Так, что-то я опять припилил тут. Как я пропускаю вообще там стою? Давайте, едьте уже, пропускайте. О, все. То, блин, все стоят, то поехали всей кучей сразу такие. Ваня, не зажимай меня. Да не зажимай, я рядышком, чтобы не повернуться в твою сторону. Паша. Колян уже, наверное, там разгружается. Да не, я он ждал ребят таких. Вот он. Возглавляет нашу колонну. О, все, кажется, поехало. Сейчас там, главное, в поворот вот туда в этот войти. Ваня, а? Что ж тебя прет-то, а да так, блин, вообще? Камера, видимо, вертит. Ой, меня из колеи выкинуло. Че, Паша, доезжай, я не поеду. Так кто я, там уже ты лежит? Ты меня зажал, я как проеду. Просил же, блин, не прижимать меня. Все, езжай. Так а че езжай, как он меня не едет? Давай я тебя пихну сейчас сзади. Помочь? Пихнет. Сейчас я зацеплюсь. Оу, давай. Ничего у вас там, опять ДТП. Да Ваня опять тут у нас накосячил. Ничего не косячил, нормально. Смотри, не переверни его хоть, ё. Цепляйся за дерево. Так я в дереве. Зацепился? Ну, чё, поехали потихо. Да. А чё не тянешь лебёдкой тогда? Во, ё. О, грязь. Ё-моё, грязь. Да-да-да, там я говорю, будет такая самый пипец вот для пилорамы. Грязь. Так, в раскачечку попробую. Не пойдёт. Там жестко. Ну, кстати, по луже мы тогда это намазивал, он вообще нормально пошел, лучше, чем по обочине. Не-не, я тут на кавзе пробовал, он там в луже засаживается. Ну, по обочине там, мне кажется, вообще не вариант. Йоу. На-ка, получи. Я тебе ускорение тут придаю. Так, ну чё, кто там? Паша, вижу. А, вот, Колян попёр. Колян подсел на повороте. Ты его взад подпихни, может, пойдет. А все, я пошел нормально, лебедочкой с места тронулся и поехал. Там дальше зацепиться негде будет. Значит, надо на обочину выезжать. Не получится. А, тут откос. Да, там все каша. Там каша и пипец. Как-то что-то типа того. Ну, я прошел сразу. Тут-то да, в луже сядем там все. Вот я остановился за Пашей. Так я еду. Не, Колян, да едь через лужу.
Я тебе говорю. Потому что, Ваня, надо было в колее там стоять. Ты как раком вообще опять не в колее вылез. Давай я тебя подпихну, может. Понижайку сразу, да? Так я на понижайке еду. Тут Паша просто из него остановился. Ну правильно, Паша остановился, так как я в лужу встал. Да? Грузовик надо. Какая колонна. Давайте грузовик. Ну там, тут же грязь, ничего удивительного. И все сидят в автобусах. У кого там грузовики-то рядом были, эй? Давайте, ну, давайте я сгоняю. Давайте так я уже в грузовике. Как ты в грузовике, так если хотя... ты у меня еще в автобусе сидишь? Я грузовик потерял, ребят. На пилораме он у тебя стоял последний раз, я видел. Да, я помню. У меня чувак уже опять уснул. Ладно, пока вас тут нету, я поехал. Сейчас через вас проскочу тут. Давай не едь, я уже поехал. Уже да? Поздно. Ваня, не появляйся пока в автобусе. Я уже раз, в автобусе. Я как раз в тебе где-то тут. Так ты не во мне, ты в Паше. Ну, значит, где-то тут. Нет, ты во мне, подожди, я исчезну. Я тебе говорю. Все, проезжай давай. Не надо, как бы. Сейчас в Паше. Захожу в Пашу. Вы что там своим телом делаете? Я тут через вас, через всех пройду. Телом Кабзика его. Пройду через вас всех. Тебя, да? Точно? Да. Уже из Паши вылез. Кошмар какой-то. Ну что вы хотели? Он знал я, что нельзя Кавдика оставлять, сидел до последнего. Мало ли там кто-нибудь в него войти захочет. До Коляна добрался. Там уже целый конвой через него прошел, ой. Ай-яй-яй-яй-яй, стоять. Так, я Пашу прохожу. Вань, пересядь. А, ладно, что толку. Я за тебя проехать не могу. Я в Диму уперся. Ага. Колян решил сократить. Там самая каша, блин. Залез там вообще непролазная такая. Так, вот я вот уже понял. Я же говорил, я через лужу. Вон, видишь, Вань, попробуй меня лебедкой. Видишь, я... Дима, что делаешь? Я вперед и да только ты его вперед. Собираешь с собой. А ты зацепи его прицеп немножко так на себя. Ты назад чуть-чуть дай сейчас. Чуть-чуть прям. Просто зажал прицеп. Вот, во. Видишь, сразу пошел. Все, расклеились. Все, проезжай теперь. Вот так, давайте. Стой, пропусти его. А больше уже сейчас не прокатит. Чуть-чуть. Я уже встал. Да? Или приперся я просто к этому. Вытащи, Паша, его. Сейчас я тебя вытащу. А потом... Или меня вытащи, да. Стой. О, хватайся. Все, давай, погнали. О, и Ваня полез. Ваня, там жижа, пипец. Ваня, я уже понял. Как шумно сделать, всех объехать. Ну вот, я тоже хотел, видишь, и ничего из этого не вышло. Ничего, она там где-то машинка валяет. Тикай. Вроде сам иду. Ай, Паша! Все, на. Приехал. Нафига ты меня остановил? Я так хорошо. Да ты сейчас пойдешь, здесь твердое место. Не, я тут вот на выходе не пройду. Сейчас подожди, я их там двину. Давай, да, едь к ним, я пока тут сейчас докуда доползу. Да, может вообще проползешь. Да не, он должен тут встать, по идее. О, Колян там почти вылез уже. Да ну. Прицепчик ломает. Хватайся.
подожди. Оп, все, поехали. Поехали. Улез за орехами. Ползет. На первой палочке, но на единичке вообще нормально. Колесами главное успевай крутить только влево-вправо. Влево-вправо. Ура, задавили. Ура, задавили, да? Так, ну все, Паш, я вроде это. Вроде еду. И плывет Титаник далеко. Не подняться? Да, я сейчас он прицепом за дерево зацепился. Так, третий претендент. А ты как? Да я также за Урал хватал. Он сам себя просто откатит, да и все. Все, блин, тут, короче, пробка. Сейчас я мордой давай за дерево. Ну здесь жесткая лужа, конечно, вообще. О, Димон пролез, обалдеть. А я думал, на выезде нифига встанешь, не проедешь. А я на единичку поставил. Да, вот тут, конечно, пиндоса какого-нибудь не хватает. Не-не, тут не подняться будет. Я не могу. Стрял. Стой, Ваня, стой пока, стой. Стою уже. Стой. Стой, на, стой, не шевелись. Так я не шевелюсь, на ручнике стою. Ну ты вон Колян где-то там потихо грусти там чешет потихонечку. Там быстро толкает, видимо. Все, я походу все. Это конечный пункт. Да, я тут уже просто под собой ему выкопал. А вон Паша где-то через кусты. Давай, давай. Меня тут схватишь. Смотри, Колян вообще куда-то поп... А, он сейчас, смотри, там направо, там можно подняться. Да. Да, получше. Колян нашел. Я вот тут задумал, короче, да, направо. И ребята, вы разгадали, короче, мою тайну. Покрытую мраком. Все нормально. А все, Паша, наверное, меня отпускай. Сейчас где Ваня там? Не, Кавс вообще мне нравится, супер. Ну прикольная моделька, ага. Че, помочь? Ваня? Да. Вроде получается что-то из этого. Давай я тебе помогу, я вам отцепил прицеп. Нифига ты, Паш, как толкаешь меня же. Только не у... Да и аккуратно, чтоб ты не упал. Димон такой на свободе бегает. А я прицеп подцепил. Во, все, готов. Да все, отпускай меня. Подожди, о. Доед... А, камни. Оп-оп-оп-оп. Стой. Елочка. Я сдам. Все, спасибо, Дим, дальше. Дальше доеду. О, а ты на мосты сел, да? Я елочка там в задней двери торчит, короче. Все, я за своим поехал, да. Я вижу, но. Да я сейчас. Сейчас разгружусь, подъеду, дерну. Я вон задницей умудрился тут зацепиться. Опа, все. Тип-топ. Все, я от это. О, Ваня. Че? Ваня с чуваками тут прирулил, короче. Ну приехали тебя выдергивать, что грядка и все. Так, где-то я прицеп-то оставлял, а вон. У меня прицеп так с дровами еще и стоит.
ты еще так и не разгружался. Так что, прицепы здесь оставляем пустые или с собой берем? Куда ты берешь? Да уже что ты? Куда ты берем? Мы уже приехали. На вторую не поедем. Не надо. Просто смотрю, Коля там бодренько с прицепом бегает. Ну а что делать? Я его вот в стороночке решил оставить. Сейчас подождите меня, сейчас вместе разгрузимся. Мы уже все разгрузились. Да? Нет, ну, я да, тебя ждем. А. Нифига вы там наяриваете. Нормально. Я еще с дровами. Ваня прискакал с чуваками. Колян там пятаки нарезает. Дрифтит там. Блин, 2.15, ни хрена опять видос записал. На 5 часов конверта, это минимум. А Баха 6 тяжелая карта? Да. Наверное, завтра с Пашей прокатимся на Уралах тех. Целый день. На Кразах, на Уралах. На целый день тебе хватит этого. Да? Да. А, так, это вон, у меня же тут один студент купил игру. Все хочет поиграть по сети. Вот. С Пашей посадим его, втроем поиграем, завтра его погоняем. Погоняйте, по-моему. У тебя выходной завтра, что ли? Но. У меня в Салехарде уже трое купили Спинтарес, я четвертый. А всего у нас, живет там пятеро, да? Опачки, прикурились. Что-то нету. Паши, Паша что-то подпропал. Не, Паша вон едет, нормально. А, автобуса-то не видно, как бы, да. А Урал темненький, да. Никого не видно там по кустам. Может, Паша, тебе своим автобусом дерну полноприводным? Да у меня тут. А он, кстати, трехмостовая дергалка есть. Кстати, когда вот мы вчера с Коляном тут эти колеса, да, Колян переделал, там был же у него полный привод, полностью. Да, он был полноприводный. Вот он чесал тут вообще на ура просто. Был бы, если бы у него впереди мост вместо балки, то да, можно было прорисовать тут как бы этот самый. Вставай прямо рядом, Паша, со мной. Протягивай Урал, Уралом. Урал убирай с картинки. Бам! Бам! О, что за дела такие? Что-то загнал тебя в камушки. Камушки. Камни. Ой, еще и такие камушки такие хорошие такие. Кувырнешь его сейчас. Не-не-не, нормально пролезем. Ну, да, о, смотри. Стекло, чё, где мои стекла? Стекла на месте. А чё, у водилы стекла нету, что ли? Как нету, есть. А, не, есть. Все стекла на месте. Фары разбиты, жестянщиков. С жестянщиком надо будет заезжать, машину равнять. О, вот так бы ты бы и стоял бы, наверное. Дверь повело. Кто? Так. Тебе надо, Ваня, встать поправее. Паша, прям проезжай ко мне вот сюда, вот рядом вставай. А Колян, стой так, как вот ты стоишь. Ага. Ты что там, скрин делаешь? Да, надо как бы на этот, на аватарыч карты. Ну, это прохождение этого залепить. Паша, давай протягивай. Еще может протянуть. О, все, стопы, так и стоим, короче. О, я вообще красиво встал. Смотрите, как красиво встал. Все, ну что, разгружаемся, да? Ну. Пум-пум-пум. Какая банда гастарбайтеров сидят. Короче, вот такой, ребята, кавзик у нас получился. Такая. Кавзик классный вообще. Покатушка. Покатушка с парнями бесполезными, которые сидят. Гараж только могут открывать. Это взломщики, наверное, гаражей. Не знаю, у меня не чистые, они не покупались. Да ладно, грехи смывать нареходили. Ладно, все, я видос останавливаю. Всем спасибо за возможность. Подписывайтесь к нам в группу. В группы, на каналы на наши. И пишите в личку по поводу автобуса. Всем пока-пока. Всем пока. До свидос. До свидания.